Ну что ж, здорово, YouTube, с вами Джон, он же Пушки, Перки, Моды, Сезоны Исчезновения. Сегодня в этом видосе, я подозреваю, очень большом, и сразу извиняюсь заранее, что тайм-кодов сразу не будет, потому что я к тому моменту буду еще стримить, мы это на стриме сейчас записываем. Да, сегодня в этом большом видосе мы будем говорить о пушках сезона, о модах сезона исчезновения, кучу всяких там тем еще разберем новостных, которые накопились, так как время настало, мы это не можем больше откладывать. Но сперва мне хочется попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь комментарий под этим видео, чтобы помочь каналу немножко раскрутиться и видосу этому конкретно. Ну ладно. И также хочется поблагодарить Эльтерина, который подписался на Трэджина. Спасибо большое, братюня, уже 4-й месяц подряд от души. Вот, темы сегодняшнего видео у нас какие? То есть, во-первых, это награды Банжи, которые они выдают со своего сайта. Во-вторых, отключение экзотов. Далее, матчмейкинг в PvP, какие у нас там с ним проблемы. Потом у нас идет нерв линейной плазменной винтовки Лоренса. 6-е секретное PvP интро посмотрим. 7-е Банжи не будет удалять старые ульты. Они еще раз решили на этом акцент сделать. 8-е немножко поговорим о сезонных испытаниях. 9-е пройдемся малость по Тесс Эверис. Ну и далее заценим пушки, моды, перки сезона исчезновения. То есть это вообще по сути основное, о чем будет видео. Ну и то, с чего мы сейчас начнем, это как можно зафармить валюту сезона исчезновения, параллакса. Как вот нам полутать моды сезона быстрее всего, если вы завсегда-то игрок. Ну и посмотрим, если получится, ну я вкратце расскажу про глич с тремя ракетами. Вот, ну то есть сегодня видос у нас ожидается большой и... Хочется отметить то, что 31 августа у нас уже по совместительству второй день недели, вторник. Ну и уже, я думаю, многие собираются идти там в школу, в институты. Поэтому, ребят, всем желаю удачи. Через пару дней мы будем переворачивать календарь после этого всего. Так что я уже морально к этому готовлюсь. Вот, ладно, переходим непосредственно к видосу. В общем, начнем мы с фарма нашей сезонной валюты, а именно с траектории параллакса. Ну, чтобы у вас была возможность там ее добывать, фармить там и так далее, надо сперва, естественно, пройти сезонный квест. Ну, то есть это все делать с расчетом на то, что вы уже, ну, все это сделали, все это знаете, и вам надо просто где-то доставать вот эти айтемы, там, валюту, в общем, траекторию параллакса, да, чтобы... У вас была возможность троллить там пушки, шмотки и вот этого сезона и так далее. Слава богу, Банжи сделали так, что для того, чтобы туда ходить, чтобы ее получать, не обязательно ходить в сезонную активность, как это было у нас в прошлом сезоне. Это гигантский ее плюс. Но все-таки, если людям прямо вот здесь и сейчас нужна эта валюта, что же надо сделать? Я вот поделюсь с вами той стратой, которая у нас уже давно ходит в сообществе, в пабликах. Мне вот в личку, по-моему, скинули даже несколько раз ее. То есть, что мы делаем? У нас есть с сезона охоты криптолитовая приманка. Что мы с ней делаем? Мы берем модификатор жертвы Зилакс, который у нас находится на этом, в городе грез. Вставляем туда разные модификаторы. Не принципиально какие. У нас появляется квест. Мы этот квест проходим до определенного момента. В городе грез. Убиваем. И пользуемся... Убиваем приманку. Идем там дальше по квесту. И пользуемся нашим старым любимым способом, которым мы пользовались, чтобы фармить в добивающем ударе мощное снаряжение. Что нам там надо будет сделать? То есть мы, когда доходим до приманки, когда у нас уже вот-вот проходим приманку, уже доходим до босса основного вот этой охоты. Здесь у нас это будет ведьма, улья. И после того, как мы уже до нее дошли, мы распыляем приманку. Сейчас я вот здесь покажу. Вот,
Можно вот ее здесь перезагрузить, чтобы она была у нас пустая, чтобы у нас не потратился заряд. И убиваем босса, получаем с него 100 траекторий параллакса. И тратим на это где-то 4 минуты. Возможно, я немножко не точно объяснил, но суть основная такова. Это если вам надо как можно быстрее зафармить эти ресурсы сезона. Идем дальше. Ну, которые необходимы для фарма лута с теневых энграмм и так далее в шлеме. Да, у теневого дешифровщика. Идем дальше. Так, далее у нас в видео пойдет речь о целой куче модов, которые у нас были, стали точнее доступны на протяжении этого сезона. Но если вам лень фармить из обычных энграмм в открытом мире и так далее, ну, допустим, ту же самую экономию сил, сопротивляемость стазису и так далее, короче, новые модификаторы, которые у нас там появились, в том числе и на подзарядку пушек, то можно подойти вот к этому многоуважаемому господину мастеру Раулю посмотрим, что и мы можем друг начать другу роль у теневой энграммки за 25 легендарных осколков. То есть, если у вас... Если вам некуда их девать, то можно таким вот способом доставать моды в игре. Но это если вдруг кто не знал. В принципе, достаточно простой процесс. Я не думаю, что надо что-либо дальнейшее пояснять. Так что идем дальше. Короче, теперь по поводу того, как нам сделать 3 ракеты в обойме. Но вернуть там старый добрый перк трипод, грубо говоря, который был у нас в первой Destiny. Для этого нам понадобится пушка с перком переполнения. Ну, ракетница в данном случае. Новый перк «Стреляй, подбирай». Выстрелив блок боеприпасов, вы перезаряжаете, и вы автоматически перезаряжаете выбранное оружие. Ну и вот сейчас вот мы подберем, допустим, зеленку, чтобы у меня стало 2 ракеты в обойме. И вот при помощи этого перка подберем еще одну зеленку. Что-то не подбираешься. А, у меня полное тут все. И не сработало. Strange. Обидно. Короче, пардон, да, первый дубль не получился. Что, кстати, нам надо сделать? Нам надо сделать так, чтобы у нас в зеленке было мало... Ну, не хватало определенного количества патронов. Можно для верности там парочку выстрелов сделать, ну, допустим, из плазменки. И надо, чтобы наш третий слот был на нуле, без перезарядки. После этого уже можно при помощи пушки с этим перком стрелять по патрону. И тогда у нас будет 3 ракеты в обойме. Ну, прикольно. На самом деле, это уже более сподручный вариант, чем просто бегать с переполнением. Главное только, чтобы ракеты заиграли, а то сейчас пока в мету 1000 голосов. И усыпляющего симулянта, и плазменок из-за мода деконструкция частиц, сейчас это как-то не особо сподручно. Ну окей, пофанится разве что только. Ну или, в принципе, поинвейдить с ракетницей какой-нибудь в гамбите, к примеру. Тоже как вариант. Короче, наш следующий баг. Это баг с плазменной винтовкой. И с линейной плазменной винтовкой во второй и в третий слот, соответственно. Что мы делаем? Во-первых, мы берем сезонный мод плазменный сборщик боеприпасов. И ставим любой другой мод во второй слот. Ну, допустим, на шотики. После этого мы подходим, подбираем блок с зелеными патронами. И, как вы видите, в левом нижней части экрана мы получаем также патроны для нашей пушки в третий слот. Соответственно, когда Банжи это поправят, думаю, что быстро. Но, может быть, даже до ресета время будет, я думаю, пофаниться с этим. Ну... Сейчас мы до этого еще доберемся, что там Банжи выключает, чтобы пока не могут это поправить. Но я думаю, этот мод могут сейчас выключить тоже. Потому что некоторые там стримеры прямо на стриме в Гамбит так играли, эту тему обузили, ну и продвигали в массы, как говорится. Так что, ну, чем больше народу будет этим пользоваться, тем быстрее Банжи обратит на это внимание. Идем дальше.
А, ну и да, кому интересно, любой мод подойдет. Даже я вот сейчас плазменку поставил и с ней тоже подобрал. И тоже он мне выдает и в хэви, и во второй слот патроны. Короче, далее мы поговорим о двух вещах. О неумолимой хватке эмблемки, которую вы получаете после того, как заканчиваете квест на револьвер. И о энграмке. А высшей энграмке, которую можно будет забрать с почты на любого из ваших персонажей, на кого вы там зайдете в первую очередь. Спасибо, спасибо. Для этого нам нужно зайти на сайт Bungie.net, залогиниться там, естественно, зайти во вкладку «Награды» и затем зайти во вкладку «Забрать цифровые награды». Брать цифровые награды. О, подгрузилось. И в результате у вас появится возможность залутать мощную энграмку и эмблемку. То есть здесь вот вы видите, награда отправлена, награда отправлена. Так, теперь по поводу двух экзотов сейчас поговорим. О милости Чревибога, то есть убийство в ближнем бою, увеличивает урон в ближнем бою, который делают на Титане. И о сияющих танцмашинах. Экзоте, который позволяет, если вы совершаете уклонение, когда рядом находятся цели, ну, вражеские, то в течение короткого времени можете сделать еще несколько уклонений. То есть вот этот вот экзот для охотника у нас к нам перешел из первой части. Там у него была немножко другая функция. По-моему, ты мог быстрее перемещаться и быстрее прицеливаться. Ну, перемещаться в прицеле. Ну, такие достаточно нишевые были ноги. Банжи решили их немножко поднять по эффективности во второй части. Ну как, немножко. В сочетании с модом в повязку охотника, распределение энергии, активация классовые способности сокращают время восстановления всех способностей, если вы находитесь рядом с целями. Случалось так, что охотник, совершая там 5 или 6 кувырков рядом с противниками, мог мало того, что на стазисном подклассе их замораживать, так еще и откатывать себе суперспособность максимально быстро. Самое смешное, что вот этот перк распределения энергии, его до этого уже нерфили, то есть раньше он работал просто, если вы совершали перекат. Да? Потом сделали так, что вы делаете этот перекат рядом с противником, и он вам откатывает. И то же самое у нас было с экзотом. С милостью Червибога. Ее до этого уже отключали на Титании. Правили и потом и потом вернули заново. То есть она опять снова сломалась. Ну, ничему мы не учимся. И что Банжи, кстати, сделали? Как несложно догадаться, они решили вырубить эти экзоты. Вырубить эти экзоты нафиг, пока не решат проблему с ними. То есть, из-за ошибки, которая позволяла охотникам ну, делать кувырки неограниченное количество раз, мы временно выключили вот эти вот сапоги, ну, банджи выключили, да, для гамбита и ПВП. Ну, то есть, ПВЕ по-прежнему можно ими пользоваться, откатывать там себе все и кайфовать и радоваться жизни. То есть я уже прям вижу, можно, получается, одним экзотом откатывать себе ульту постоянно, а потом переодеть на другой. Ну, в тех активностях, естественно, где это не залочено. Ну, а в PvP пока что придется без этих ног побегать. Далее то же самое с титановскими руками. Из-за ошибки, которая позволяла титанам делать гигантское количество урона при помощи бросков молота, мы временно вырубили вообще полностью этот экзот, его теперь не надеть. Ну, как Банжи пишет у себя в Твиттере. Так что кайфуем. Как обычно. Ждем, когда телеса сломается в очередной раз. Ну, по поводу везучих штанов, что могу сказать? Время, конечно, покажет. Но револьвер, этот экзот позволяет на охотнике делать так, что револьверы быстрее приходят в боеготовность, точнее, стреляют и наносят больше урона. То есть, там мы видели множество роликов с тем же самым последним словом, с ластвордом, со злоумышленником и так далее, где люди наносили такое достаточно неплохое количество урона. Но мне кажется, все-таки, учитывая наличие 1000 голосов, плазменки декартовые координаты с отражающим оружием или сезонные плазменки с прошлого сезона с усиленными резервами, да, то, ну, это скорее такой, знаете, способ разнообразить свой
контент по убийству боссов, если вам уже совсем скучно стало на первом неделе сезона. Потому что вот мы попробовали с таким вот ладаутом босса убивать, ну, на темпларе, на храмовнике. И он, мне кажется, даже быстрее отлетал, чем при анархии. То есть не успевали даже до второго кольца нормально добежать. Поэтому посмотрим, как это все сыграет. Так, дальше мы поговорим про ускоритель Лоуренса. Это линейно-плазменная винтовка экзотическая этого сезона, которая уже многим успела и полюбиться, и надоесть, учитывая, ну, особенно тем, кто в PvP играет. Да, на нее есть также катализатор, то есть ускоритель Лоуренса получает улучшенный радар. Кроме того, пока у этого оружия есть три телеметрические сигнатуры, для взрывов М-аномалий не нужны прицельные попадания. Ну и, казалось бы, все прикольно, пушка есть и так далее, но она может видеть врагов сквозь стены. Причем рандомно. Ну, там есть какой-то таймер, но в целом вы это не включаете. Однако такое происходит. Вот, и что Банжи решили с этим сделать? Так, DMG у себя в Твиттере отписал еще на прошлой неделе то, что у них есть парочка апдейтов насчет сэндбокса, и они собираются выключить, ну, возможность смотреть сквозь стены на Лоренсе. То есть это изменение придет в будущем кодфиксе. Ну, и дата будет анонсирована позже. Но это было перед тем, перед твабом, грубо говоря. Идем дальше. Далее, больная для меня тема, как для человека, который любит PvP играть в Destiny. А по поводу Crucible матчмейкинга, ну вообще, в горниле. Bungie поговорили с командой, чтобы верифицировать. Каждый сезон они видят репорты от игроков, которые думают, что skill-based матчмейкинг в игре активирован. Ну, skill-based матчмейкинг — это когда тебе противников подбирает, ну, примерно по твоего уровня игры. Каждый раз мы проверяем и не находим изменений, связанных с этим. Дважды проверили сегодня, чтобы подтвердить, но похоже, что никаких изменений сделано не было. Вот. Далее они пишут, то, что они идентифицировали ошибку с инструментами PvP. Ранее в «За гранью света» инструменты эти были пересобраны и реорганизованы. И похоже, что приоритизирование матчмейкинга было утеряно. Ну и Bungie собирается этим багом заняться. Ну, то есть, как вот у нас матчмейкинг сейчас работает, по факту? То есть, я помню, у них там были красивые слова, что если, допустим, человек играет, ну, условно, на 2 там, или 2,5 КД, или КДА, да, то ему кидает противники чуваков таких вот, знаете, 1,5, 1,8 там и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, на него одного закинут двух человек с КД там 1,3, к примеру. А ему в команду закинет чуваков, ну, с КД там 0.7, 0.8 и так далее. То есть, по факту, у нас так вот и получается то, что тебе противника кидает, ну, относительно твоего уровня, по сути, а тиммейтов тебе кидает, ну, тех, кто зашел в PvP контракты поделать. Потому что у меня такое происходит сплошь и рядом в PvP, из-за чего не получается нормально играть в контроль. То есть, это в обычном контроле есть, в железном знамени этого вроде поменьше, но все равно местами очень сильно заметно. И из-за этого, ну вот, дошло уже до такого определенного маразма, что играть в стычку временами гораздо проще становится, нежели чем играть в контроль. Хотя, казалось бы, стычка, ну, Rumble, да, это более плотный режим. Ну и здесь вот дальше DMG пишет. К сожалению, мы видим то, что эти репорты, ну, не постоянны. Некоторые матчи чувствуются соревновательными, некоторые чувствуются то, что у одной команды вообще не было шанса. Некоторые ребята репортят то, что есть СБММ, и после этого дропают 40 киллов в последующих играх. Мы опираемся на эту обратную связь команды, но пока не видим подтверждение того, что СБММ включен. Ну, то есть, это у него несколько постов были друг за другом написаны, и, кажется, я их не совсем в хронологическом порядке прочитал. Но окей. То есть, здесь вот в основном в своем все-таки посте DMG написал, что есть какой-то баг, связанный с матчмейкингом, и они будут его фиксить. Ждем. Надеюсь, станет лучше. Так, далее у нас идет секретное PvP интро. Используем там футажи братюни с канала RowGod. Вот я
понял то, что оно мне ни разу до этого не попадалось, хотя мне там держали в курсе то, что у некоторых людей оно происходит. Но здесь что? Но здесь что, собственно, происходит? Ребята попадают... Ребята друг на друга смотрят и заходят в катку. Что-то типа сходника такого обоюдного. Но выглядит прикольно. Надеюсь, мне в игре попадется. Если вам уже попалось, можете отписать. Так, далее. По поводу удаления суперспособностей непопулярных. Ну, как вы помните, у нас в прошлом году, 17 декабря, точнее, ну, в ночь 16 на 17 декабря, на полигоне вышла статья, где Люк Смит, ну, тогдашний геймдиректор Destiny 2, высказался то, что они подумывают, ну, Bungie в смысле, об удалении этого, как его называют, не таких вот, не часто используемых суперспособностей. Ну, как-то так он, в общем, короче, как-то сформулировал. Потом мы в сливах увидели то, что этого никогда не будет. Ну, и они это не обсуждали у себя, то, что Люк Смит это вообще где-то из головы достал. Ну, и, в принципе... Тут все понятно. Но вышло продолжение этой статьи на полигоне, где Bungie в очередной раз подтвердили, что старые суперспособности они удалять не будут, и подклассы. Ну, те, которые не часто использовались. То есть, вообще, здесь вся статья посвящена тому, что все будет нормально. Грубо говоря, то, что до этого у нас там был Люк Смит, который занимался игрой Destiny 2, теперь он занимается франшизой Destiny 2. Ну и... Рулит там теперь Джо Блэкберн. И, ну, помимо всего прочего, первое, что он сделал, это отменил Sunset Люка Смита. Ну, грубо говоря, переименовал. Кое-что. По аналогии, если свести. Ладно, идем дальше. В общем, далее у нас тут будет территория небольших спойлеров, поэтому кто захочет пропустить, можете просто промотать видос до того момента, когда мы закончим на сайт Брайтека смотреть. Тут вот у нас... Так, 3, 2, 1, предупредил. Тут у нас идут сезонные испытания, которые будут у нас на протяжении 10 недель в этом сезоне. И поскольку Bungie не выложили дорожную карту, мы немножко за них доделаем работу. Ну и расскажем... Что у нас примерно ждет в будущем в этой сезоне. То есть у нас есть астральное... вот астральное вот это сканирование на городе грез. И есть расколотый мир. У них появятся легендарные версии, которые здесь требуются для завершения различных активностей. Ну, различных триумфов далее в этих неделях. Одно отрадно, то что здесь у нас не будет обнуления Гамбита обязательным триумфом. То есть не надо будет, если вы вдруг в течение этого сезона обнулитесь, потом еще идти отдельно, ну, до того, как эта неделя настанет, потом еще идти отдельно обнулять Гамбит. Но у нас здесь есть украшение с Гамбита, которое не получить без обнуления. Но хороший момент в том, что оно засчитается сразу. Неважно, когда вы закроете Гамбит, то есть когда наступит нужная неделя с этим испытанием, у вас просто закроется этот челлендж. Так что все классно здесь. И у нас по-прежнему тут присутствует победа в некоторых раундах испытания Осириса. Что еще? Прохождение Грандмастера и новый писк этого сезона, я думаю, набрать 13-30 уровень силы. Хотя, учитывая то, что у меня уже за первую неделю почти 13-28 получилось набрать, мне там одной шмотки не хватает. Сколько рубежей Bungie наложили вообще в этом сезоне? Положили в этот сезон. То, я думаю, нормально будет. За 6 месяцев можно будет до 13-30 уровней силы добраться. Но я думаю, мы в отдельном видосе со всеми этими челленджами разберемся, что у нас тут есть, что там у нас в плане сюжета, в плане отдельных каких-то мутных триумфов. Но пока что основная тема такая. Ладно, идем дальше. Дальше, кому интересно, у нас есть такой вот внутриигровой магазинчик, который называется TS Everest, и где продаются всякие плюшки за серебро, за яркую пыль и так далее. Но поскольку мы, опять же, как и с сезонными челленджами, займемся этим в отдельном видосе, мне бы в этом видосе хотелось бы упомянуть только то, что надо, если вы хотите собрать полный сет сезона за яркую пыль, который у нас будет на второй неделе, на четвертой неделе, на шестой неделе, на седьмой, и... На 13-й необходимо покупать ее за яркую пыль сразу.
Вот, весь этот сет. Потому что иначе потом можно будет его покупить, докупить только за серебро. Хотя здесь у нас 14 недель. То есть последнее, что у нас тут датируется, это 11-23-2021, а следующий сезон у нас будет в этом 22 февраля. Может быть, какие-то повторки будут в дальнейшем. Я утверждать этого не буду. Здесь вот на сайте это не указано дальше этого числа. Но пока что да. Посчитал своим долгом предупредить. Ну и здесь еще парочка пушек и шмоток. Украшения для парочки пушек и шмоток есть, которые продаются за яркую пыль. Чуть попозже в этом сезоне, но пораньше они продаются за серебро. Поэтому, если вы вдруг в чем-то не уверены, то на что не хотите тратить там реал, можно немножко подождать и купить это за серебро. Ой, то есть за яркую пыль. Но вроде бы из того, что я узнал, по крайней мере, для Хокмуна украшение продается. А, подожди, продается оно за яркую пыль на 11-й неделе. Да, оно здесь есть. Почему мне тогда говорили, что нет? Ну окей. В общем, кому интересно, могут либо на стоп-кадре посмотреть, либо зайти на сайт и изучить самостоятельно. Мы потом уже в отдельном видосе подробно по этому всему пройдемся. Идем дальше. Так, виноват, меня в чате поправили, это украшение для эйса. Ну, для пикового туза. Ладно, сейчас наконец-то мы перейдем к шмоткам, пушкам, модам, перкам, которые у нас появились в этом сезоне. Ну и какие из них лучше всего фармить, лучше всего использовать и так далее. Попытаемся рассмотреть. Естественно, сразу оговорюсь, здесь это мой первый смотр всего этого дела, так что, скорее всего, на протяжении сезона все поменяется, но такие вот небольшие первые исследовательские впечатления. То есть, как вот эти моды, перки и шмотки и пушки срезонируют со всеми теми активностями, которые у нас появятся, квестами, как вот мета поменяется, нам еще предстоит узнать дальше в этом сезоне. Но пока что на данном этапе постараюсь поддержать себя в курсе по поводу того, что лучше всего из этого списка фармить. Так, начнем мы, я думаю, с перков новых. То есть всего новых перков у нас, талантов, бонусов и так далее, появилось в игре в этом сезоне 8. Вот здесь они у нас отображены. Сейчас будем каждый из них по отдельности разбирать, что они делают. В общем, первый перк, который у нас тут есть, это скачок на ускорителе Лоренса, получает улучшенный радар. Кроме того, пока у этого оружия есть третий энергетический сигнатуры, для взрывов М-аномалий не нужны прицельно добивающие попадания. Но это, я так понял, речь про Абсолют, про него мы уже говорили ранее. Идем дальше. Перк Ададжио. После уничтожения цели это оружие в течение короткого времени медленнее стреляет, заряжается или натягивается, но при этом наносит дополнительный урон. Достаточно экзотический перк, хоть он и для легендарных пушек. Посмотрим, как сыграется. Но я не знаю, на том же самом шотике, мне кажется, сомнительное развлечение, к примеру. Так, М-аномалия. Прицельная, добиваешь попадание, из этого оружия создает взрывную волну, которая притягивает находящийся рядом цели и взрывается еще раз, нанося им урон. Но это перк для Лоренса опять. Далее у нас идет Набис. Прицельные добивающие попадания увеличивают дальность стрельбы этого оружия. Эффекты суммируются. Неприцельные добивающие попадания снимают эффекты увеличения дальности, но увеличивают точность и стабильность после исчезновения всех эффектов. Достаточно заморочено выглядит описание. Ну, то есть это такой немножко напоминающий убийственный вихрь перк. Ну, убийственного вихря там еще парочка есть функций, но здесь этот перк имеет ряд нескольких моментов. То есть, если вы совершали прицельные попадания, набивали стаки, увеличили эффект, то когда вы вдруг кого-то добьете не в крит, то получается все эти эффекты сбросятся, и вы получите плюс к точности их стабилия. Окей. Звучит прикольно, но как-то слишком замудренно. Дальше у нас идет перк Ансамбль. Если рядом находятся союзники, у оружия повышаются удобство и скорость. Ну, это немножко напоминает датчик угроз. Но
если датчик угроз действует, когда рядом находятся противники, то здесь у оружия практически точно такое же действие, как и у... Как и у этого перка, только за тем исключением, что когда рядом находятся союзники. Ну, прикольно тоже. Я думаю, на фазе там ДПС, допустим, может сыграть. То, что вы там быстрее добываете там какие-нибудь... Доставить какие-нибудь пушки из загашника. Вот здесь идет перк гармония. И тут уже поинтереснее. Добивающие попадания из другого оружия ненадолго увеличивают урон, наносимый этим оружием. А также его эффективность. Это мне напоминает, знаете, какую пушку? Паука-отшельника. Потому что на нем же тоже ты убиваешь с другой пушки, переключаешься на него, и у тебя там сразу будет баф. Поэтому любопытно. Как это... По-моему, у него даже иконка такая же. Ну-ка. А, не, ну пауке немножко по-другому перк выглядит. Ну как немножко? Оружейный мастер называется. Убийство из любого оружия ненадолго увеличивает урон, наносимый этим оружием. Ну а там еще плюс дальность. То есть мы убрали паука-отшельника, потому что он был слишком имбовым, но мы при этом из-за вот этого перка, ну, сансетнули его, в смысле, сделали так, что у него уровень силы выше определенного минимума не повышается. Но мы при этом вам вернем перк в другие пушки. Окей. Ну, почти такой же, по сути. Дальше у нас идет надгробие. Прицельные добивающие попадания создают кристалл стазиса в том месте, где была цель. Ну, конечно, можно придумать, как бы это применить. В принципе, контов с их дэшами никто не отменял. Где можно вообще встретить этот перк? Ну, судя по лайджи. Сожаление Рида, это линейка с испытания Осириса и лисичка револьвер. Сейчас вот мы там до других перков дойдем, ну, пройдемся по всем их пунктам, и потом посмотрим, на каких пушках эти перки можно достать, в принципе, в целом. Ну, и стреляй, подбирай. Или shoot to loot. Это перк из первой Destiny, который у нас был вообще очень давно, в первом году Destiny 1. И потом Bungie этот перк не возвращали, где-то получается сколько, 6 лет? И сейчас они решили, а почему бы нет? Давайте добавим этот перк в Destiny 2. Ну, что он делает? Выставив блок боеприпасов, вы подбираете его и автоматически перезаряжаете все выбранное оружие. Из-за этого этот перк, ну, мягко говоря, достаточно полезный. То есть, вспомните, как часто вы там вайпали всей командой просто потому, что какой-нибудь жадный тиммейт, может быть, даже вы, может быть, даже я. Про себя, да, у меня было такое пару раз, или пару десятков раз. То, что вы такие... О, там босс есть, и там есть спешл, и там есть хэви, надо подобрать. Я бегу! И все. И вся команда вайпается из-за этого, из-за того, что вы там погибли в самый ответственный момент, а ресов ни у кого нет. Вот, так что этот перк достаточно полезный. На каких же пушках можно его достать? На лисичке, револьвере 180-м, на луке, вольфтроне, и на слуге народа, на скаутке. То есть... Сейчас из того, что я вижу в игре, да, нам полезнее всего этот перк будет на скаутке, потому что скаутка у нас использует перегрузочные патроны, и это достаточно полезно будет на той же самой оскверненной. На той же самой оскверненной, потому что у нас там есть и перегрузочные, и неудержимые воители. Поэтому лук с этим перком я буду фармить усиленно. Револьвер я вытащил уже, ну и слуга народа, если упадет, то будет прикольно. Я думаю, в следующих сезонах где-нибудь заиграет. Так что как-то так. Да, пардон, я походу сказал во время записи то, что перегрузочные патроны на скаутке, я имел в виду на луке. То есть да, лук надо фармить, там перегрузочные патроны сейчас в этом сезоне у нас, и на нем есть этот перк. Так что я думаю, лук с этим перком на особенно сложных налетах, где есть перегрузочные мобы, будет прям тир-1. Вот, идем дальше. Ну мы до... перков на пушках доберемся еще, какие в этом сезоне стоит фармить. Вот та же самая гармония перк, да, добивающий попадание из другого оружия ненадолго увеличивает урон, наносимый этим оружием, а также его эффективность попадается у нас, судя по лайджи, по большому количеству стволов. То есть для скаутки, для плазминки, Кризи, Дида, Меллоу, Узы Мира, Пипега, ой, то есть пистолет с железным знаменем, также пистолет с Авангарда,
Линейка, лисичка, сожаление Рида, разметист, пистолет-пулемет с испытания Осириса. Ну, в общем, нормально так, в кучу мест падает. Да, на 15 или 20% гармония урон увеличивает. В общем, нехило так достаточно. Что, как, ну, допустим, если я, допустим, если кого-нибудь убью с гранатомета или с плазминки, первый слот или во второй, у меня в другом слоте стоит эта пушка, то можно будет неплохо так скомбинировать. Вот для гнева Шаюры это вообще прям будет офигенно. То есть, блин, а ведь серьезно. Можно достать себе Шаюрку, которая будет как... Был в свое время, ну, практически. У нее скорострельность 600, а у паука-отшельника было 900, но все равно пипега с таким перком. Да ее с руками оторвут. К примеру, шотика кого-нибудь убил, или со снайпы, или с бастиона там, и переключился на нее, и начал всех валить. Блин, уже жду испытания Осириса из-за этого. Прям очень хорошо. Но здесь, я думаю, со всеми остальными пушками примерно то же самое можно будет проделать, но конкретно гнев Шаюры в ПВП будет заходить, я думаю, дико из-за этого. Ну или на ДПСе по тому же самому боссу, к примеру. Если вы, допустим, захотите сожаление Рида вставить в пару с этим, с Телеста. То есть убили какую-нибудь муба с Телеста, у вас урон повысился и начали с этой вот линейки шмалять по боссу. Тоже как вариант с этим модом сезонным. Вот, далее у нас идет ансамбль. Перк. Если рядом находятся союзники, у оружия повышаются удобство и скорость. То есть его можно вырулить на Вольфтроне, на Разметисте, на Плазминке сезона, на еще одной линейке, на Револьвере, на Ракетнице Забияка и на Большом Пёсе Гранатомете. В принципе, я думаю, большинство интересует этот перк на шотике, чисто, из-за того, что ПВП, чем больше удобства, тем лучше. Но я думаю, на остальных пушках тоже может рано или поздно заиграть. В зависимости от того, как у нас поменяется, как там Банжи поменяет моды. Поэтому будем иметь их в виду, эти стволы все, с этим перком. С перком на бис, у которого такое вот сложное описание, немножко странно все. Я вот здесь по LightGG смотрю, что он есть только на пистолете, все на выход, который падает с авангарда, ну, с налетов. Ну, допустим. Он, типа, для этого пистолета эксклюзивный? Так, мне сейчас народ на Твиче пишет, что на автомате сезонном есть и на лисичке есть этот перк. Так что будем смотреть. Но пока что LightGG странно показывает, что только на пистолете есть. Окей. Идем дальше. Ададжио показывает, что он присутствует только на плазминке. Но опять же сомневаюсь. Посмотрим, пройдемся. Мы все равно по всем этим пушкам пройдемся. Окей. Так, все, мне тут чат помог опять. У нас была просто открыта вкладка с банжи-роллом. То есть где эта пуш... Где этот мод по умолчанию должен выпадать. Но также у нас есть и рандомные роллы. И вот здесь уже в этой вкладочке можно посмотреть, на каких пушках выпадают эти моды. Ну, эти перки. Ладно, окей. Так, сейчас мы рассмотрим моды, какие у нас есть в артефакте. А потом перейдем к тем модам, которые у нас в шмотке вставляются. Ну, которые там отдельно присутствуют от артефакта. И которые с нами потом останутся в дальнейшем. Ну, антибарьерный автомат, перегружающий лук, неудержимая импульсная винтовка, неудержимый пистолет, клинок дестабилизации. Тут, я думаю, уточнять не надо, что каждый из них делает. Тут в описании, в принципе, все написано. Боксер дает дополнительную энергию при суперспособности при убийстве в ближнем бою. Опять же, пока что достаточно ситуативный мод. Посмотрим, как он заиграет, когда у нас появятся легендарные версии сезонных активностей, ну и грандмастеры выйдут. Легкость дробовиков достаточно полезная вещь ПВП, ну и для ПВЕ, в принципе, тоже, если вы все еще как староверы закрываете храмовника при помощи двух шотиков. Сборщик боеприпасов мечей, тут все понятно. Заряжатель плазменных винтовок увеличивает скорость перезарядки, тоже классный мод. Прицел для линейно-плазменных винтовок как раз для лоренцев ПВП.
перезарядка автоматов. Как раз для ПВЕ. Ну, чтобы его в паре замутить с антибарьерным модом. Локатор боеприпасов для дробовика тоже. Классный мод. Пассивная защита снижает урон, получаемый от ближайших противников, когда вы вооружены мечом. Достаточно крутой мод. Он у нас уже в предыдущих сезонах был. Вот про плазменный сборщик боеприпасов я уже говорил. То есть он одновременно нам выдает боеприпасы для линейки и для повышенном количестве, и для плазменки. Но сейчас он забагован. Забагован где? Смотрим начало видоса. Дальше легкость пистолетов. Ну, такой себе перк. Хотя, я думаю, знаете что? Он нам пригодится в Железном Знамени. Когда появится кое-какой квест. Но сейчас мы до этого дойдем. Дальше у нас идет классный мод. Неудержимые плазменные винтовки, которые работают в том числе и с Вексом. Ну, с Мифоборсом Вексом. Потом у нас идет испепеляющий жар. Урон, нанесенный с помощью солнечной способности, ненадолго ослабляет воителей. Опять же, я думаю, он в этом. Когда выйдут грандмастеры и легендарные по сложности сезонной активности, может заиграть. Потому что ослаблять воителей — это всегда прикольно. Особенно учитывая то, что солнечную способность у нас используют и охотники в ПВЕ на броске клинков, допустим. Или с ваншотащей ГГшкой, ну, золотым пистолетом. Варлоки, естественно, с кладезью. Или с верхней веткой солнечной. Ну, это по большей части в ПВП. Ну и Титан. Хотя Титан, скорее всего, в ПВЕ мы возьмем пустотного. Ну, посмотрим. Если только... Если бы, конечно, они бы не пофиксили среднюю ветку солнца, да, то многие бы брали Титана, чтобы шотать боссов солнечного. Ну ладно, идем дальше. Резонирующий проводник. Вы получаете энергию способности стазиса, когда вы или участник вашей боевой группы ошеломляет воителя. Ну, для варлока стазисного будет сподручно, который пользуется аспектом на турель. Для охотника, в принципе, тоже. Титан, ну, Титан, опять же, мне кажется, мы в ПВЕ скорее пустотного возьмем. Терморасщепляющий удар. Солнечные и стазисные атаки ближнего боя вызывают дестабилизацию врагов, ошеломляя их, замедляя восстановление способностей и снижая наносимый врагами урон. Эффективное средство против перегруженных воителей. Каждый раз, когда вы или участник вашей боевой группы ошеломляете перегруженного воителя, ваша способность ближнего боя восстанавливается. Ну... Опять же, стазисные, то же самое, что до этого говорилось, против воителей тех же самых, перегрузочных, я предпочитаю от них подальше держаться. Поэтому на охотнике или на варлоке, соответственно, солнечным или стазисным, это будет хорошо заходить, потому что у них есть милишка, которая действует на расстоянии. Огонь и лед. После уничтожения воителя появляется случайный набор солнечных и стазисных колодцев. Но здесь Банжи очень активно пиарит моды с прошлых сезонов, где у нас использовались эти колодцы. То есть они парочку этих модов даже бафнули. Но пока что на данном этапе ими никто у нас особо не пользуется. Потому что там, чтобы активировать эти колодцы, надо, чтобы ваша пушка, которая у вас была экипирована, совпадала с вашим подклассом. Надетым. Достаточно ситуативная тема опять. Но опять же, все зависит от того, какие у нас там дальше эндгеймовые активности появятся в этом сезоне. И как вот у нас там это все дело зарешает. Но на заметку все-таки надо поставить. Колодец силы. Подобрав соответствующую вашему подклассу стихийный колодец, вы получаете энергию суперспособности. Ну, опять же, смотрите ниже про колодцы. Огненные объятия. Суперспособность солнца полностью восстанавливает ваше здоровье и дает щит. Вот здесь это, я думаю, на... Титана в ПВП это очень сильно зарешает, потому что у нас есть такой вот момент, как нижняя ветка солнечного Титана, который очень часто используется в ПВП. Поэтому, кстати, да, почему я его еще не вкачал здесь? Надо бы. Испытание Осириса, я думаю, пригодится. Дабы мне его даже сюда вставить. Блин, вот здесь мне тогда для этого интеллектом придется пожертвовать.
Но мне ничего не мешает интеллект убрать, когда ульта заряжена перед началом раунда, и поставить этот мод. Как вариант. Окей. Терморасщепляющая вуаль. Уничтожение врага с помощью солнечных или сайсных атак ближнего боя создает сферу силы. В принципе, тоже неплохо. Ваши способности света наносят больше урона врагам, пораженным стазисом. Вот это вообще, я думаю, очень заряжает в грандмастерах. Потому что до этого идеальная схема. Допустим, у нас один варлок морозит противника стазисом, ну вот этой турелью, а второй варлок ультует. Или титан электрически ультует способностью там супермена своего, грубо говоря. Или охотник там с ваншотащим револьвером ГГшкой ультой. Ну, про перк деконструкция частиц, которая увеличивает урон, нанесенный врагу с помощью плазменной винтовки или линейной плазменной винтовки, на короткое время увеличивает урон по этому врагу из других видов оружия. Я думаю, все и так знают про этот перк. Этот эффект суммируется до 5 раз. То есть у вас может быть 5 стаков, 5 раз, ну, увеличение этого урона. Но, естественно, с 1000 голосов пока что прирост, ну, видится максимальным. Потому что там при первом же выстреле у вас все снаряды действуют как один, и каждый из них накапливает стак. Если, допустим, с того же самого усыпляющего симулянта вы делаете первый выстрел и получаете один стак, и первый выстрел у вас не бафанный, то у 1000 голосов вы с первого же выстрела у вас есть возможность носить максимальный ДПС. Там еще у нас вроде бы разговоры ходят по поводу Телеста, что она тоже неплохой ДПС вносит. Насколько я помню, этот, как его называют, безжалостный. Блин, куда ты от меня сбежал? Плазминыч. Да, вот безжалостная плазменная винтовка, где несмертельное попадание по врагам ускоряет зарядку этого оружия до тех пор, пока один из них не умрет. По этим врагам. Тоже вроде бы до этого момента хайпели, но мне кажется, недостаточно ДПС будет, чтобы тягаться с этими двумя монстрами. Ну, посмотрим. Опять же, зависит от эндгейм активности, куда его можно брать. Вот меня сейчас на Твиче спросили, что означает ослабевание воителей. Ну, возможность больше урона по ним наносить. И они немножко так вот стагерятся, то есть немножко дезориентируются, не понимают, где они сейчас находятся после этого. Я, кстати, заметил небольшой момент. Вот деконструкция частиц, когда я, допустим, стреляю по какому-нибудь мобу с этим перком надетым. Даже попробую сейчас показать. То есть вот мы тут берем Векс с модом этим, стреляем по мобу. Видно, что он малость подофигевает от того, что мы по нему пальнули. Помнится, блин, на ведьме смотрелось круче. Ну ладно. Так, пока мы тут смотрели на то, как работают плазменные винтовки, можно было заценить то, что мне там народ в чате отписал, что самый низкий ТТК у усыпляющего симулянта. Но я так понял, это при том условии, что если всеми выстрелами попадать в крит. Ну а дальше уже идет 1000 голосов. Самый медленный йотун, блин, в этом плане. Который вроде бы даже подняли. Но, видимо, не до конца. По ходу составления видоса занимаемся, так сказать, исправлением своих ошибок. До этого, оказывается, у нас игру ломал постоянно перк-генератор. Его банжи понерпили. Активация классовой способности сокращает время восстановления суперспособности, если вы находитесь рядом с целями. Блин, а ведь он же стакается, скорее всего, да, с этим, с модом из плаща. Распределение энергии. Так, далее пройдемся по перкам, которые у нас есть призраки. Я с них сразу начну, чтобы про них не забыть. То есть, какие у нас в этом сезоне появились? Кому вот любопытно. Упрочнители. Во-первых, вот анализаторы солнечного оружия, пустотного оружия, омнителеметрия, анализаторы электрического оружия и эксклюзив банши. Эффективно собирает телеметрические данные о добивающих попаданиях любым стихийным оружием для оружейника. Но это если у вас оружейных материалов мало, то можно воспользоваться. Но я думаю, по большей части тех, кто давно уже в эту игру играет, интересуют вот эти вот моды. Упрочнители и вставь любую другую...
и вставь любую, как бы сказать, характеристику. То есть у нас есть дисциплина, к примеру, есть интеллект, есть восстановление, подвижность и так далее. То есть можно в этот призрак вставить мод, и в результате уровень, допустим, интеллекта, полученного вами элементов брони со случайными характеристиками, с большей вероятностью будет высоким, не менее 10. И в принципе это работает. То есть, когда я этот мод вставил, мне ни разу не упало, допустим, восстановление на двойку. Если у меня стоит упрочнитель восстановления. Поэтому, ну, это одно из самых прикольных нововведений, что появилось у нас в этом сезоне, на мой взгляд. Он вставляется в призрака, естественно, и стоит 4. Ну, допустим, на восстановление, на 3, на подвижность 3, на интеллект 4, ну и так далее. В принципе, ставлю лайк этим перкам. Так, далее, среди новых модов для головы. У нас появился стазисный модификатор «Экономия сил». Совершая добивающие попадания с помощью суперспособности, вы создаете дополнительные сферы для силы для союзников. Неплохо. Я бы даже сказал, почти обязательно. Для ПВЕ. Ну и в принципе, ПВП можно, я вот уже так прикидываю. Когда перед тем, как ультануть стазисной способностью, ты можешь и убить противника, ты можешь поменять этот мод и ультануть. Ну, в ПВЕ, естественно, надо заранее ставить. Однако он стоит 3 пункта, и немножко стрёмно ради этого жертвовать одним из локаторов, но вроде бы и мы это проверяли на днях, локаторы не так стакаются, как нам хотелось бы. Но чтобы стазисную стихию получить, надо осуществить, ну, нашмотки, ну, нововведение, кстати, очередное, да, сезона. Осуществить смену типа энергии или, ну, дорогую полностью с абсолютом, либо вот эту. Ну, чтобы потом заново шмотку вкачать. В общем, выбирайте сами. Ну или просто достать, выформить такую шмотку себе. Дальше, что у нас в руки можно вставить, какие моды? Импульс гранат. Вы получаете энергию гранат, когда ее уровень падает до нуля. Тоже достаточно неплохой перк, я должен доложить. То есть, по сути, у вас с каждого использования гранаты вы получаете кэшбэк. Я думаю, это очень сильно заряжает в грандмастерах и в PvP том же самом. Импульс ближнего боя. Вы получаете энергию ближнего боя, когда ее уровень падает до нуля. Ну вот опять же, ну не настолько полезно, как граната, но свое применение, я думаю, найдет. Но то, что эти моды в игре есть, это достаточно прикольно. Заставляет задумываться об их применении, потому что, к примеру, у меня тут сейчас на данном этапе стоит перезарядка. На руках перезарядка плазменки, которую я, кстати, могу заменить на заряжатель, но это потом сделаю. И легкость плазменных винтовок. А так я могу, допустим, вместо перезаряжателя поставить вот этот мод. Ну, сменив на пустотный. Если у меня в руках плазменка, которая не требует там достаточно. Или дробовик, который не требует перезарядки. Так что следует обратить внимание на этот мод. Так что да, пока что стазисные моды для меня не выглядят какой-то бесполезной настройкой. Они очень даже могут заряжать в будущем. Ну и вообще, даже прямо сейчас. Ну, сопротивляемость стазису, это понятно, потому что у нас появились стазисные мобы. ПВП этого не работает. Тут особо уточнять ничего не надо. Так, сфера восстановления. Подобрав сферу силы, вы получаете небольшое количество энергии для той способности, которая дольше всего до восстановления. Вот это неплохо, опять же. Если у нас остальные там подклассы восстанавливают, ну, допустим, отдельно способности ближнего боя или там классовую способность, то здесь откатываться будет в первую очередь та способность, которая меньше всего имеет в своем запасе энергии. Так что стоит обратить внимание. И уже подумать, как там можно со всем этим воспользоваться. Далее у нас тут идут чехлы. Но это новый мод этого сезона. Постепенно заряжают неиспользуемые пушки. То есть у нас такие появились. Естественно, для автоматов, для плазменных, для гранатометов, для револьверов, для линеек и так далее. Ну, в общем, для всех типов вооружения практически. Фактически. Но чем он приколен, так это тем, что дубликаты бонуса суммируются, увеличивая скорость перезарядки.
Из-за этого тоже есть несколько вариантов, как это можно применить, что ПВЕ, что ПВП. Потому что те же самые сборщики у нас теперь не стакаются. То есть, когда вот мы обрадовались, что меня кто-то вспоминает, походу, что консольщики тоже, как ПКшники, смогут из-за убийства тяги, но перенос ее там в отдельную настройку, в меню, использовать все это дело, ну, получать там 3 патрона ПВП вместо 2, допустим, зеленки, то наступил облом. У всех равное количество спешлов выпадает. Ну и при одном сборщике. То если вам попадется какой-нибудь ингейм, где не нужно большое количество патронов, но нужно быстро перезаряжаться, ну или чтобы ваши пушки были готовы после смены, то вот этот пригодится. Я даже думаю на том же самом храмовнике, учитывая то, что мы стоим на одном месте и дамажим босса, эти автоподзаряды будут гораздо сподручнее, если у вас, допустим, нету пушек с автоподзарядом. Но использовать лучше вместо этого тогда будут чехлы. Как вариант. Вот, идем дальше. Так, дальше у нас идет классовые предметы. Здесь у нас какие моды появились новые, опять же стазисные. Классовый импульс. Вы получаете энергию классовой способности, когда ее уровень падает до 0. И восстанавливающий добивающий прием. Когда вы применяете добивающий прием, вы получаете энергию той способности, которой дольше всего до восстановления. При этом расходится 10-я часть вашей суперспособности. Ну, по аналогии с тем модом, который у нас в ноги стоит, получается. Но только здесь надо будет не подбирать сферку, а тратить часть своей суперспособности. Но если сфера рядышком нету, то если вам вдруг очень прям нужна какая-нибудь обилка, то можно воспользоваться вот этой способностью. Ну тоже, вроде бы ситуативная, но может зарешать где-нибудь. Модификатор этот. Классовый импульс, ну то, что мы уже говорили. Вы получаете энергию классовой способности, когда ее уровень падает до 0. Вот, я думаю, это прям опять же будет обязательно для, допустим, моего Титана. Я, наверное, даже прямо сейчас перекую стазисную свою повязку. На охотнике мне это точно надо будет. Стоимость единичка, и при этом у тебя откатывается классовая способность. То есть у меня она еще быстрее будет откатываться, чем сейчас, по идее. Когда я ее довожу до 0. Так что берем. Блин, а не слишком ли имбовая тема на самом деле? Так вот, если подумать. Манжи, походу, ва-банк решили пойти. Ну и дальше у нас тут уже очередные колодцы с сезона. Колодцы-искатели. Подобрав стихийный колодец, вы зарядите способность самым низким уровнем энергии. Подобрав стихийный колодец, соответствующий типу вашего подкласса, вы зарядите все ваши способности. Стихийный колодец, созданный вами, движется по земле к находящимся рядом игрокам. Даже звучит как-то стрёмно. Ладно, ударный колодец. Подобрав стихийный колодец молнии, вы получаете дополнительную энергию ближнего боя. Дубликаты модификатора усиливают этот эффект. Подобрав стихийный колодец, вы зарядите способность самым низким уровнем энергии. Подобрав стихийный колодец, соответствующий типу энергии вашего подкласса, вы зарядите все ваши способности. Ну и далее, колодец изобилия, эффект от модификаторов стихийных колодцев, который позволяет вам создавать стихийные колодцы, теперь суммируется. Дубликаты модификатора дают вам дополнительные колодцы. Подобрав стихийный колодец, вы зарядите способность самым низким уровнем энергии. Подобрав стихийный колодец, соответствующий типу энергии вашего подкласса, вы зарядите все ваши способности. Не, ну вот это уже поинтереснее звучит. Однако, опять же, надо будет смотреть, где это хотя бы теоретически может пригодиться. Колодец с боеприпасами. Подобрав стихийный колодец, вы зарядите способность самым низким уровнем энергии. Подобрав стихийный колодец вашего класса, вы зарядите все ваши способности. Подобрав стихийный колодец солнца, вы получаете дополнительную энергию гранат. Дубликаты модификатора усиливают этот эффект. Стихийные осколки. Осколки стазиса являются для вас стазисными колодцами.
стихийное растяжение времени. Эффект от модификаторов стихийных колодцев, которые дают вам временные бонусы, теперь суммируется. Дупликаты модификаторов увеличивают время действия эффекта. Блин, знаете, я вот читаю вот все эти описания, они даже сейчас вот выглядят каким-то, ну, слишком замороченными. То есть это реально надо сидеть и думать, как бы мне это применить, где это прям вот совсем зарешает. Конечно, если прижмет, мы будем на них смотреть, ну, для грандмастеров тех же самых. Но пока что я вот на некоторые перки и модификаторы смотрю, и просто я вижу очень много текста. Причем очень много такого, знаете, замороченного текста. Используя суперспособность, вы создаете рядом с собой три стихийных колодца стазиса. Колодец регенерации. Подобрав стихийный колодец стазиса, вы получаете дополнительную энергию для способности, уровень энергии которой минимален. Дубликаты модификатора усиливают этот эффект. Ну и стойкие колодцы, стихийные колодцы, созданные вами, существуют дольше. Дубликаты модификаторов усиливают этот эффект. Подобрав стихийный колодец пустоты, вы получаете дополненную энергию классовой способности. Дубликаты модификатора усиливают этот эффект. Да. Ну и в классике и рейды у нас тут ничего нового не появилось. Модификаторы, которые падают с грандмастеров из испытания Осириса, новые тоже вроде бы не появились. Ну или, по крайней мере, Банжи тщательно их скрывает. Поживем, увидим. Так, что тут у нас дальше идет? Владезник ближнего боя. Вот забыл про этот перк. Усиленные добивающие попадания в ближнем бою создают стихийные колодцы, соответствующие типу энергии вашего подкласса. Окей. Все, колодец пользы. Теперь совесть чиста у меня. Наверное. Так, далее мы поговорим о одном новом квесте, который у нас появился в игре, потому что он достаточно будет актуальным. Поэтому те, кто не хочет спойлеров по этому квесту, могут по тайм-коду скипнуть к следующей теме. В общем, 3, 2, 1. Сперва хочется упомянуть, да, то, что у нас тут их целая куча в этом сезоне появилась, но пока они нас не интересуют, а интересует конкретно он. Что тут у него есть? Предупрежден, значит вооружен, называется. Участвуйте в Железном Знамени, побеждайте соперников, захватывайте зоны и совершайте добивающие попадания из энергетического оружия в ходе сезона исчезновения. Знамя больше, чем просто учебный полигон. И это ваша главная защита от, самонадеянности в грядущей войне. Лорд Саладин. То есть, сколько у нас тут? 15. Энергетическим оружием 15 объектов, стражи 30, зоны 10. Предупрежден, значит вооружен. Участвуйте в Железном Знамени, побеждайте соперников, захватывайте зоны и совершайте добивающие попадания из энергетического оружия в ходе сезона исчезновения. Кучные выстрелы. Участвуя в Железном Знамени, завершайте матч, захватывайте зоны и набирайте добивающие попадания из импульсных винтовок в ходе сезона исчезновения. Ну и песковые винтовки это еще ладно. Антипод. Участвуя в Железном Знамени, побеждайте соперников, захватывайте зоны и набирайте добивающие попадания солнечным и стазисным способностями в ходе сезона исчезновения. Ну, солнечные способности на Титане, допустим, в том же самом, или на Варлоке, или на Охотнике. Здесь вообще проблем не возникает. Если кто-то захочет стазисом, то, ну, Охотник, опять же, Варлок стазисный. Ну, или Титан, если мутить себе эту. Увершил все делать. Ну ладно, стазисный титан это такой себе вариант. Ладно, последний урок. Участвуя в Железном Знамени, захватывайте зоны и набирайте добивающие попадания с помощью суперспособностей и пистолетов в ходе сезона исчезновения. Ну что ж, будем выбирать себе прикольный пистолет. Вернитесь в башню к лорду Саладину. Ну это понятно. Так, какие же пистолеты у нас в игре есть, в принципе? Ну, учитывая то, что выбор странника, у него архетип достаточно неплохой, Триста, шутка про Триста, да. У нас, по-моему, с таким же архетипом Натиск есть пистолет, который достаточно неплох в ПВП, по крайней мере, на консолях. И на выбор странника сейчас уже можно выбить с плейлистов себе Катализатор, Космос и Фулавта, что достаточно неплохо. Поэтому, да, не самый плохой вариант будет. Криостезия нафиг пусть идет. Что у нас тут дальше еще есть? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Был же у нас... А, руины дьявола. Тоже, в принципе, неплохой пистолет, особенно в форсирующем режиме. В режиме плазменки, я думаю, он тоже будет считаться как пистолет. Кстати. Ну и среди легендарных пистолетов, что у нас есть. Пистолеты, на самом деле, в Destiny 2 это достаточно больная тема. Да и вообще, в принципе, в Destiny. Потому что в свое время эти виды вооружения, PvP, по крайней мере, заиграли в первой части. Только когда у нас после смерти начали отбирать все наши зеленые патроны. Пистолеты в первой части пользовались зелеными патронами. И, кстати, но после смерти они у вас не отнимались. Поэтому мы все бегали с пистолетами. И до сих пор вот, в первой части такая мета присутствует. В первой Destiny. Но у нас есть натиск. Опять же, который 300 скорострельностью обладает. Достаточно неплохой пистолет. Когда мы в первом году Destiny 2 бегали, у нас был неплохой архетип 491. Ну, по крайней мере, на геймпадах. Что там на клавомыши было, я уже не помню. Так что можно попробовать последний танец взять. С перками на ренжу и на урон. Ну, или на... Ну, или на стабилу. Ну да, вот Узы Мира тоже есть у нас, стайсный пистолет с железного знамени, который можно подобрать. Здесь даже в банжероли неплохие достаточно перки присутствуют. Тоже как вариант. Ну вот все на выход. Я пока с него не стрелял, но ствол у него большой. И он фулл авто. Так что интересно, любопытно. Ну а остальные пистолеты пока что фиг знает. 260-й архетип, наверное, нет. 360-й тоже. Ну вот, получается, те сайдармы, которые я назвал. Так, по поводу экзотов сейчас поговорим этого сезона. Ну, без плана Б, это экзот, который... Вообще, вот все экзоты, шмотки, которые у нас сейчас есть в этом сезоне, они перешли к нам из первой части. То есть, к примеру, без плана Б, руки вот эти. При заполненной шкале энергии ближнего боя, добивающий попадание из дробовиков, расходует ее и активирует защитный удар. Кроме того, вы получаете энергию ближнего боя, убивая врагов, добивающими попаданиями из дробовиков. Вот, что здесь можно сказать насчет всего вот этого? На Титане эти руки работают, получается, только с верхней пустотной веткой, где, собственно, и есть защитный удар. Со всем остальным они не работают. Но при этом я слышал, что люди, которых надевали, меняли свою... Там окрас менялся у этих рук на ваш... класс, типа, допустим, если у вас солнечный подкласс, они солнечно начинали светиться. Не знаю, зачем вам эта информация, но, в принципе, сам по себе экзот неплохой. Ну, для PvP, мягко говоря, неплохой. То есть, ты кого-то убил и получил щит с дробовика. Ну, почти то же самое, что одноглазая маска. Ну, одноглазой маской надо отметить поразивших вас врагов, чтобы получить щит. То есть они должны по вам урон нанести. А здесь ты сразу получаешь щит, если у тебя заряжен удар рукой. Ну, заряжен удар рукой. И при этом ты убил кого-то от дробовика. Что неплохо. Ну, про ноги, сияющие танцмашины на охотнике. Про охотника мы уже поговорили. Думаю, тут все понятно. То, что у тебя рядом с врагами несколько перекатов. 5-6 где-то. Ну а с варлоком. Оковы пустоты. Вы получаете дополнительный заряд кассетных гранат. Кроме того, боевые части кассетных гранат теперь наводятся на цель. Как я понял, они работают где-то на расстоянии... Ну, наводятся где-то на расстоянии 2 метра от того места, где произошел изначальный взрыв. Но... Достаточно такой ситуативный экзот. Посмотрим, как он заиграет. Но пока что я не вижу, чтобы он ломал как-то PvP, судя по отзывам. Ну, вот эти три экзот-шмотки у нас имеют место быть в этом сезоне. Ладно, в первую очередь посмотрим на пушки с сезонной активности, с этого с Астрала на 6 человек. Здесь вот указан Лоуренс, как пушка с этого ивента, но... Ее мы рассматривать не будем, потому что уже много про нее поговорили. Шмотки с... Сезона тоже не будем смотреть, потому что, ну, в них ничего нового, кроме внешнего вида. Посмотрим на пушки. Но, опять же, скажу, что некоторые плейлисты, ну, плейлисты, некоторые списки пушек будут повторяться, поскольку некоторые из них указаны на LightGG с какого-то
мероприятия, некоторые указаны как с обновленными перками. Так что, если будут пересечения, то сори. Ладно, погнали. Сейчас, небольшое отвлечение. Мне тут народ докладывает, то, что у них есть ошибка с неисчезающим сайтом. Это появилось недавно у нас. Ой, с неисчезающим чатом. Это появилось у нас недавно. Что надо сделать? Вот у нас здесь есть текстовый чат. И есть параметр автоматически скрывать. Ставим в клу. И радуемся жизни. Почему-то, да, почему-то чат теперь не уходит. Если эту не нажать, тему. В общем, лисичка, первая пушка, да? Как бы сказать, из этого списка, возвращаясь, да, вот, после паузы. Относится к архетипу револьвера 180, с которым у нас связана достаточно длинная история в Destiny. Но вкратце, сейчас это бесполезный архетип, практически. Ну, разве что исключение составляет какой-нибудь... Ну, что ПВП, что ПВЕ. Исключение составляет этот серафимовский револьвер, да и то только потому, что он сферы Распутина делает. Соответственно, сидишь и думаешь, чем может этот револьвер пригодиться. Ну, во-первых, у него есть фугасный снаряд, который позволяет, ну, на таком архетипе с 2-3 выстрелов достаточно быстро стопать воителей перегрузочных. Однако... В этом сезоне на этот револьвер у нас нету модов. Ну, на револьвер вообще перегрузочных модов нету у нас. Из-за этого сидишь и думаешь, а что же может у него пригодиться? Но такой почесал головку и подумал. Ладно, можно на следующий сезон выформить. С такими перками. С фугасным снарядом. Со стреляй-подбирай. С тактическим магазином. Или высокоточным магазином. Ну и с прицелом на... Рейнджу, чеканными нарезами, к примеру. Но это что касается ПВЕ. В принципе, гармония тоже может тут решать. Добивающее попадание с другого оружия ненадолго увеличивает урон, наносимый этим оружием, а также его эффективность. Допустим, если вы с какого-нибудь гранатомета или с плазминки убили одного моба и переключились на револьвер, то повышенный урон, даже с учетом бафа револьвера, кстати, я не знаю, кто-нибудь заметил баф револьверов в ПВЕ? Я вот просто смотрю то, что некоторые мобы в патрулях обычных со 140-го револьвера до сих пор в голову не убиваются. У меня, по крайней мере. Что немножко фрустрирует. Хотя вроде бы урон револьвером подняли. Ну, не, ну сейчас-то мне особо не принципиально этот момент, потому что револьверы в этом... Не используют ни один из модов в этом сезоне против воителей. Но все равно немножко обидный момент. Ладно, тем временем мы идем дальше. Ну то есть, да, вот в принципе полезных перков на нем можно вытащить парочку. Ну ту же самую гармонию, тот же самый фугасный снаряд. Ададжио. Опять же, только мне кажется, это немножко геморройный перк. И надгробие, прицельно добивающее попадание, создает кристалл стазиса в том месте, где была цель. Но все-таки топ-тиром для этого револьвера является вот этот перк «Стреляй, подбирай», потому что, ну, на вес золота этот перк, чтобы подобрать патроны в тех местах, докуда ты добраться не можешь. Ну, допустим, под боссом тем же самым, но мы об этом говорили уже до этого. Вот на бис перк в ПВЕ, блин, ну не знаю. Если только ближайшую цель какую-нибудь себе убить. И потом уже сориентироваться на более дальний. Но опять же, это достаточно неустойчивый там в использовании перк. Я уж молчу про то, что... Скорее всего, если даже и выпадет револьвер с таким перком, все будут им пользоваться, пока им не выпадет с перком «Стреляй-подбирай». Ну а в ПВП 180 револьверы не играются сейчас, к сожалению. То есть времена там памяти навсегда лунного воя прошли. Так, следующая пушка, если можно так выразиться, оружие, да. Следующее оружие у нас идет, это Вольфтрон. Это лук с электрическим уроном, который идет, естественно, во второй слот. И падает с этой активности. У него скорострельность достаточно неплохого архетипа, ну, 684. Так что, что на нем выформить? Либо эластичную тетиву, для того, чтобы еще больше повысить скорострельность. Либо гибкую тетиву, опять же, чтобы больше увеличить скорострельность. Но лучше все-таки
эластичным, потому что плюс 20 скорости натяга. Оперение, на самом деле, зависит от того, на чем вы играете. Если на геймпаде, то плюс к стабиле, чтобы было удобнее. Ну или плюс к прицелу, если вы играете на клаву-мыши, к примеру, к точности. Вообще, в принципе, мне кажется, не принципиально, какое у вас оперение здесь будет. Но это так. Если вдруг кому-то с луком будет неудобно играть, то можно на стабил себе выбить, попробовать. Оперение. Какое у нас тут? Углеродное древко метлы, к примеру. Дальше, среди хороших перков. Вот я... Мне кажется, это будет самая полезная пушка. Самый полезный ствол в том плане. Для грандмастеров, потому что у него здесь, опять же, есть перк «Стреляй, подбирай». И он использует перегрузочные патроны из артефакта. Так что да, достаточно неплохой перк будет. Ну и здесь, в принципе, Light GG уже все расставил. Реакция лучника, скорострельность увеличивается после каждого точного попадания. Это тоже не помешает. Усилитель импульса значительно повышает скорость снаряда, ускоряет перезарядку. В принципе, неплохо. Ну и дальше у нас что идет? Можно выбрать либо стрекозу, либо безумие. А даже фиг знает. Гармонию. Гармония вообще вот будет к месту прям. Ну и диверсант. Да блин, здесь практически весь столб неплохой, кроме Ададжио, который работает непонятно как. Ладно, идем дальше. Тень дракона. Плазменная винтовка со скорострельностью 1000. Что тут можно сказать? На самом деле, достаточно жалко мне этого архетипа оружия, потому что когда-то какой-нибудь там Аурвандил, да, Ерентил, наводил ужаса в ПВП, что на ПК, что на консолях, из-за своей убер-ренжи. И, но теперь Банжи почему-то решила, а давайте-ка мы сделаем так, чтобы люди этими плазменниками ПВП не пользовались. И такие, а давайте, и повысили и понизили скорострельность этих плазменных винтовок до каких-то заоблачных масштабов. То есть время заряда 1000 это то же самое, что у 1000 голосов. Да, йота дракона, я сказал тень дракона, сори. Соответственно, я даже не знаю, какой на нее может быть годрол. Ну, можно попробовать ради прикола выбить в себе все на ренжу. То есть, они говорили, да, Банжи, то, что из-за того, что там мало болтов, вроде бы 5, да, теперь не обязательно выкручивать стабилу на плазменной винтовке этой полностью. Можно сосредоточиться на дальности. Соответственно, мы ролим себе чеканы, нарезаем катушку на дальность. Какая она тут? Какая у нас тут? Проекционный запал. Да. Потом... Излишки, перк или под давлением. Ну и стартовый импульс. Но это для PvP, если вдруг кому-то ролл захочется. Также для PvP подойдет перк усиленные резервы. Ну или между двух огней. Ну а для PvE у нас подойдут усиленные резервы или безумие. Или между двух огней опять же. А все остальное в принципе то же самое. Ну, разве что только питающую ярость можно будет вставить. Как-то так. Ну, если рядом находятся союзники, у оружия повышается удобство и скорость с перком ансамбль. В принципе, если вы вдруг решите воспользоваться этой плазменкой для ДПСа, то этот перк будет тоже неплох. Но опять же, из того, что я сейчас вижу, да, вот основным... Основной плазменкой в ПВЕ являются декартовые координаты. Но декартовые координаты со скорострельностью 460 и с этим, как его называют, и с отстрижающим оружием. Или, ну, которая падает везде сейчас. Ее можно из инграмм вытащить у того же самого Криптарха или у Банши. Вот. Или сезонная плазменка прошлого сезона. Хладнокровие пустоты. Тоже вот классная. Тоже на ней можно поставить... Усиленные резервы и радоваться жизни. Идем дальше. Большой пес. Гранатомет в третий слот. Что тут можно про него сказать?
Ну, эти гранатометы с этим архетипом рулили в игре до всяких там ребалансов, до времен анархии и так далее. Их можно было брать, допустим, с той же самой, как бы сказать, с бременем Изанаги, снайперской винтовкой экзотической, и комбинировать урон. То есть с Луны гранатомет достаточно неплохо себя показывал. И с перком полный состав. Но их времена прошли потихонечку, да, и вот сейчас, к примеру, 150-е гранатометы в ПВП не нужны, потому что есть 120-е, которые больше урона наносят. Одним выстрелом, да? Но все-таки, если вдруг когда-нибудь произойдет чудо, и мета поменяется снова, то для ПВЕ не помешали бы предельная мощность, гранаты ШП, тактическая подготовка или обойма сюрприз. Ну и усилитель импульса. Усилитель импульса был бы вообще неплох. И стряжающее оружие. Если для ДПС по боссам. Для контроля мобов цепная реакция. В принципе, тоже было бы неплохо. Как-то так. Так, вот кому интересно, у нас тут указан выпадением с налета, ой, то есть с этого, с астральной вот проекции этой активности. Самолетик экзотический. Написано, что падает за ритуальные плейлисты сезона исчезновения. Ну, ожидаем. Я думаю, он будет падать со выполнения легендарной сложности этого астрала. Увидим. Так, с ритуальными пушками, с астралом мы разобрались. Сейчас посмотрим на легендарные стазисные пушки в сезоне исчезновения. То есть у нас тут револьвер стазисный, дробовик стазисный, пистолет и линейно-плазменная винтовка. Всего 5 штук у нас появилось, вот этих пушек со стазисным уроном. Револьвер мы уже смотрели, так что рассмотрим остальные. Получается 3 пушки, 3,5, потому что у нас линейка есть и обычная, и адептовская. Так, дробовик с точной рамой, но при этом без бронебойных патронов. Метовая пушка достаточно. То есть это примерно как он там назывался, старая история или дробовик с солнцестояния. Но при этом он в первый слот идет. Что же у него такого есть тут прикольного? Я вот сам еще не проверял его ранжу, но мне тут заверяют, что он может аж на 8,5 метров стрелять. Смотрим, какие бы перки нам вырвались. Естественно, классические. Чок и нарезной ствол. Или также можно себе на удобство его наролить кожухом ствола. Также штурмовой магазин или высокоточные патроны. И также быстрое излечение и первый выстрел. Но это для PvP, если собираете. Ну а для PvE не знаю, кто его будет собирать. Также можно попробовать стрельбу в скольжении себе выбить. Ну или ансамбль. Если рядом находятся союзники, у оружия повышается удобство и скорость. В принципе, он с таким вот пулом перков и падает. Ну, сезонника там за какую ранг у нас был, сейчас посмотрим. Так, ну да, тут он падает с нарезным стволом, с высокоточками, с ансамблем и с первым выстрелом. В принципе, если вообще никакого нету, то нормально. Ну, вот сюда бы быстрое изучение, и сюда бычок был бы вообще топчик. Как-то так. Ладно. В принципе, как нам подсказывает сайт destiny2gunsmith.com, если мы настроим вот те перки, которые я сказал, на разметисте, то у нас получится ранжа 7,73 метра эффективная. Но тут с рядом оговорка, естественно. Можно еще попробовать. Так, если мы сделаем вот так вот. Да, с нарезным стволом будет 8,11. Но с щеком примерно точно такая же, только стабилу. Только удобство резаться не будет. Как-то так. Если мы заценим на удобство ролл, то у него можно будет вырулить аж 65 пунктов. То есть ранжа будет сколько? 7,35. Но при этом он будет извлекаться достаточно быстро. Что, в принципе, не может быть не лишним. Когда у нас понерфили перки на быстрое изучение на шотиках и ход свап. Из-за этого все за ним охотятся. Вот я даже не знаю, больше они охотятся за роллом на ренжу, за 8 метрами, или за удобством.
Потому что, ну, здесь оно реально большое получается. В принципе, тут еще можно поизвращаться, вырлить магазин, но тогда будет меньше 7 метров. Ну, первый... Ну, вот сочетание вот этих двух перков нужно точно. Ну, по крайней мере, мне, если выпадет такой, я оставлю. Так. Дальше идем, смотрим пистолет. Узы мира. Это у нас легендарный пистолет в кинетический слот. 491 по скорострельности. В принципе, как я и говорил ранее, в первом году Destiny 2 такие архетипы пистолетов играли неплохо достаточно. Что на нем можно вырулить? Ну, в принципе, все на ренжу. Чеканы нарезы, которые не режут ренжу, в отличие от полного калибра. Высокоточки, дальномер, ну и рубака для увеличения урона. Ну или быстрый прицел. Вот, в принципе, я не знаю, добиваешь гармония, добиваешь попадание из этого оружия, недолго увеличивает урон, наносимый этим оружием, а также его эффективность. Это же, по сути, то же самое. Ну, допустим. Ну, надгробие я бы выбил чисто посмотреть. То, что прицельно добивающий попадание встает кристалл Сайса в том месте, где была цель. Учитывая то, что у нас есть неудержимые пистолеты в этом сезоне, можно, в принципе, и попробовать. Блин, железного знамени еще нету, но его уже выбил 1% населения. То есть столько народу засолили контракты железного знамени. Просто пипец. Сожаление Рида. Линейно-плазменная винтовка со скорострельностью 533, но достаточно конкурентоспособные показатели линейки. Ну, то есть это та же самая иголка с ниткой, считай. Она у нас, опять же, со сайсным уроном, она у нас падает в испытаниях Осириса. Это единственная новая пушка в испытаниях Осириса в этом сезоне. Соответственно, чтобы нам на ней ролить? Опять же, те же самые чеканные нарезы. Ну и если вы ее фармите для PvP, то проекционный запал для PvE, я думаю, подойдет лучше увеличение магазина. Или жидкостные катушки. Хотя жидкостные катушки уменьшают время заряда, так что, наверное, скорее нет. Ну да, увеличение магазина будет норм. Для ПВЕ. И либо тройной выстрел для ПВЕ с обоймой сюрприз или излишками. Либо для ПВП то же самое быстрое извлечение, излишки. Ну и может быть эргономичная рукоятка. Ну а в ПВЕ, опять же, стрижающее оружие, линия огня. Ну и, наверное, все. Просто смотрю на гармонию и на ададжио здесь. Ну то есть, если... прям заморочиться, то убить какого-нибудь мелкого моба и потом переключиться на босса, но это что-то как-то странно выглядит. Так, ну что ж, добрались мы до самого интересного в этом сезоне для меня из пушек. Ну, в частности, из-за темного часа импульсной винтовки, которую у меня уже прям руки чешутся фармить, а я сижу в перке разбираю. Ну окей, в общем... Эти пушки у нас падали в первом году Destiny 2, и тогда темный час в PvP разрывал. Сейчас, в принципе, он тоже достаточно там неплох, если нормальные перки выбить. Но мы поговорим обо всех пушках в целом. То есть про каждую по отдельности. Сейчас их наконец-то вернули в откровение, и по поводу их дропа, по поводу их фарма. Сразу поясняю, да, вот просто... Это один из самых частых вопросов у меня на стримах и на видосах. Ребят, чтобы фармить эти пушки, надо, чтобы они сперва вам выпали за первый заход на этом персонаже или на другом каком-нибудь персонаже, если у вас их три. То есть, если вам она за три закрытия полных не выпала с откровения, то смысла их фармить нету. Я в этом убедился сам, когда за 15 раз мне ни одной пушки не упало с ласта.
И в чем прикол у нас получается? Так. Здесь... То есть, чтобы выбить нам какой-нибудь ствол, чтобы его фармить, надо сперва его выбить с откровения при первом закрытии. Я так понял, после ресета Банжи собирается эту тему поправить. Но это пока не точно. Поэтому те, кто кому сейчас эти пушки не выпадают, крепитесь. Вот. Ждите следующий ресет. Что можно сказать, откуда какая из этих пушек падает? Снайперка и револьвер падают с первого босса. Автомат и пистолет падают с куба, самый, не знаю, кринжовой стадии этого откровения, на мой взгляд, ну, с этого данжа. Мне она меньше всех нравится, честно говоря. Ну и с ласта падает импульсная винтовка и дробовик. Соответственно, вот, можно фармить, если вы вдруг их выбили уже. Идем дальше, рассмотрим их перки. Что еще можно сказать по поводу пушек? Ну, большая часть из них, 5 из 6, да, они достаточно метовые. То есть, автомат 600, револьвер 140, импульсная винтовка 540, дробовик 55, агрессивный, и снайперка 72. Вот единственное, что вы... Я не знаю, зачем Банжи вернули, это пистолет. Ну окей. Пока что я не могу найти ему применение где-то, но мы на его перки тоже посмотрим. Ладно, что у нас тут есть? Автомат, в первую очередь. Ну, базовые статы у него достаточно неплохие. Единственное, что смущает, это параметр дальности стрельбы, ну ладно. Что на него можно достать? Опять же, наши любимые чеканные нарезы. Крупнокалиберные патроны для ПВП. Рикошетные патроны для ПВЕ. Ну и для ПВП, в принципе, тоже сойдут. Идеально. Идеальная комбо. Дальше что у нас тут? Стрельба в скольжении. И там подойдет. Жизнеобеспечение для ПВЕ. Или диверсант. Компенсатор раскачки для ПВП. Или убийственный вихрь. Ансамбль. Ну, 50 на 50. Дальше что у нас тут идет? Для ПВП дальномер. Ну и, наверное, все. Для ПВЕ. Безумие. Один за всех. Мой любимый перк, по мнению Банжи. Ну и осмос. А так, достаточно неплохой автомат. Если когда-нибудь 600-е автоматы бафнут, он заиграет так неплохо. Но пока что, если посмотреть... Так, короче, что у нас с последним вздохом, в принципе? Если по Гансмиту посмотреть, то... Если вот вообще все на ренжу выставить, то достаточно печально. То достаточно печально получается в плане ренжи 31 метр. Даже не с половиной. Ну то есть, у того же самого скэтлока можно, к примеру, сделать 36 метров. До которого мы потом еще доберемся. Ну, все сводится к тому, да, то, что у нас в игре актуальных 600-х стволов с нормальной ренжой и с прицелами всего две штуки, грубо говоря. А во второй слот вообще автоматов с прицелом нету. Из-за этого в ПВЕ активностях, где требуются антибарьерные автоматы, будет немножко больно. Без Ирианы. Ну, если так уж посмотреть, то те... Сколько у нас там? Те три налета, которые у нас есть с антибарьерными патронами. Ну, разве что только... Арена доказательств жопу разрывающая. Ну, в общем, посмотрим, как это отыграется. Идем дальше. Так, ладно, идем дальше. Правосудие, револьвер, 140-й в первый слот. Опять же, вроде бы у него все неплохо, за исключением параметров ренжи, но мы заценим, какая у него получается дальность на гансмите. Здесь нам не помешает перк, либо на стабилу твердая рука, если вы играете на геймпаде, либо быстрота, опять же, и там неплохо, но эти два прицела не добавляют ренжу. Перекрестный огонь на клаву мыши вот прям самый лучший, учитывая то, что он режет стабилу, а стабила там не особо нужна. Ну а для геймпадеров, я думаю, больше всего подойдет верный глаз. Либо верный глаз, либо быстрота. Просто есть еще точный выстрел, но он опять же 10 стабила забирает.
что тоже не есть гуд. Ладно, идем дальше. Высокоточные боеприпасы берем. Что-то у нас еще есть. Стрельба в скольжении. Это что касается ПВП. Ну и либо первый выстрел, либо задержка взрыва. Но для ПВП лучше задержка взрыва, чтобы прицел противнику шатать. Для ПВЕ, в принципе, либо диверсант, либо, опять же, та же самая стрельба в скольжении. Вот на бис. Даже не знаю, надо тестить. Ну или мультикил клип. Космос, в принципе, тоже не помешает, если вы не захотите извращениями побаловаться. Сейчас посмотрим на его ренджу. В общем, да, кто любит развлечения, могут еще также себе выбить туннельное зрение, которое работает после убийства. Ну и для геймпадов, я думаю, особо пригодится движущаяся цель. Ну, в принципе, на клаву мышь, которая прибавляет плюс 10 aim assist и позволяет передвигаться быстрее при цели. Плюс еще даже на клаву мыши, думаю, можно заиграть, потому что, ну, двигаться быстрее, пока ты целишься, ну, стрейфиться туда-сюда, чтобы не давать противнику пути попасть, это лишним не будет. Но опять же, если посмотреть на эффективную дальность этого револьвера, то у нас получается 32 метра, когда у всех наших там любимых вершителей рока или у того же самого палиндрома ренжа где-то 36 метров. 4 метра разница. Обидно. Но задержка взрыва у нас есть, у которой делится 55% урона во взрывной урон и 30% больше урона с... Получается, становится на далеких, на дальних дистанциях. То есть на два типа урона делится выстрел с нашего револьвера. Из-за этого та половинка, которая исходит от взрыва, она не теряет урона по ренже. Ну и в ПВЕ, в принципе, здесь, видите, написано то, что на 12% увеличивается точный урон, и на 16% увеличивается неточный урон. Ну, то есть в ПВЕ это тоже может заиграть нормально. Так что здесь это, я думаю, даже для того же самого ПВП будет сподручнее, чем первый выстрел, который, опять же, увеличивает на 12% ренжо, ну, при первом выстреле, ну и 20% aim assist и 25% точности. Но все равно 32 метра против 36. Типа, прикольно, но такое. Да, добрались мы до импульсной винтовки, до темного часика. То есть, наконец-то, я не знаю, Банджи меня услышала и добавила в игру спустя столько времени. Спустя, когда они пофиксили, точнее, засансетнули и малый ужас. И вообще его убрали из игры, пульсу электрическую. И гонку на выживание солнечную убрали. И когти. Орлины, или как они там назывались, я не помню. Короче, с Железного Знамени, импульсную видовку, вторую слот, пустотную. С фуллафта. Они наконец-то удосужились вернуть перк этот в игру на 540-ю пульсу. Спасибо. Короче, ну для себя, по крайней мере для себя, какой я ролл хочу, начну с этого. Для этой пульсы. Фуллафта, естественно. Быстрое излечение или излишки. Излишки, кстати, предпочтительнее для пульсы, потому что, ну, если вы меня спросите, потому что улучшается удобство, перезарядка и стабильность. Если у вас хотя бы одна заряженная, ну, способность есть классовая, уже неплохо будет. Вот. Также крупнокалиберные патроны, чтобы шатать прицел, и чеканные нарезы. Ну и абсолютно дальность. И тогда я буду с нее балдеть прям. Вот, это что касается... Это тот ролл, который я хочу выбить для ПВП. Но, в принципе, если вам она нужна для ПВЕ или для ПВП тоже, но вам не нужно фуллафта, то что на нее можно выбить? Полосу удач для ПВП или стихийный конденсатор. Для ПВЕ один за всех. Полосу удач. Тот же самый автоспуск не помешает. Ну и источник. А во всех остальных столбах что? Либо переполнение, либо жизнеобеспечение, либо стрельба в скольжении. Ну а сюда что у нас тут пойдет? Рикошетные патроны, либо магазин, или облещенный магазин.
Ну и чеканы нарезы те же самые, ствол. Сейчас оценим ее ренжу. Что-то мне прям просто интересно даже. В общем, если ролить эту пульсу с теми перками, какими мне хочется, да, то у меня получится 34 метра ренжа. Ну, плюс-минус то же самое, что у 140-х револьверов. Если тут заморочиться, конечно, выбить там фулбор. Что-то у нас еще. А, ну и все. Ну, можно разве что только линейным компенсатором увеличить. Либо перезарядку, либо удобство, либо стабилу. Ну и у стазиса там у нас лучше отдача становится. Ну, типа такое. Ну, 34 метра, в принципе, для пульсы неплохо. Для такой скорострельной. Вот, кстати, мне тут чат на Твиче говорит, что почему рикошетки, почему не крупнокалиберки, потому что у нас тут сейчас куча пушек, тот же самый пиковый туз у него крупнокалиберки встроены, тот же самый вершитель Рока у него разрывные патроны прицел шатает, поэтому, чтобы хоть как-то с ними конкурировать на пульсе, обязательно, на мой взгляд, нужны крупнокалиберные патроны. Нужен и не... Нужен и пофиг. Дальше у нас идет дробовик с откровения, и нужен он нам примерно с вот такими перками. Ну, то есть, сюда чок, сюда высокоточки, сюда абсолютно дальность, сюда излишки, а сюда быстрый прицел. И будет 5 из 5. Но мне, как видите, немножко не повезло. То есть, внезапная смерть такая упала. Но сейчас мы, в принципе, на аналогичные перки посмотрим. Так, ну что тут сказать про него, про этот шотик. У него немножко хромает базовая ренжа, но, в принципе, удобство на нем можно тоже выформить. То есть, опять же, нами любимый чок и нарезной ствол. Ну и... Где он тут у нас? Кожух ствола для удобства. Дальше, либо штурмовой магазин, либо высокоточки, излишки и быстрый прицел. Ну, если вы любитель извращений, можно любую в скольжении быстрый прицел. Для ПВП вытащить. Тоже норм будет, в принципе. А так, сейчас мы заценим его ренжу. И абсолютно дальность. Ну или на удобство. Но мы сейчас оба варианта рассмотрим опять этого шотика. Просто, да, как мы и до этого смотрели, дальность эффективная у этого дробовика достаточно печальная. То есть 6,36 метров. Но после того дробовика, который мы до этого смотрели... сезонного, который может бить на 8. Это я с нарезным стволом смотрю. Если я поставлю чок, да, то здесь будет просто 6. Ну, потому что чок, он не увеличивает параметр ренжи, он делает, ну, делает кучнее дробь вашу, которая летит. Поэтому на ренже это не особо отражается. Но получается так вот тут 6 метров из-за этого. Я просто вижу эту цифру, мне немножко больно становится. То есть вроде бы шотик и неплохой, но... Такое получается в сухом остатке. Ну, посмотрим, что будет, если выкрутить на нем полностью удобство. 41. Ну, вот у того шотика 60. Что-то мне даже жалко его, честно говоря. Ну, блин. Почему у... 55-го агрессивного дробовика ренжа хуже, чем у дробовика с точной рамой 65-го. Ну ладно. Вот мне тут сейчас пишут весь смысл этого дробовика в стихийном конденсаторе. Ну, с одной стороны, да, он увеличивает удобство, если ты на эритической стихии играешь. А с другой стороны, ставить это вместо быстрого прицела... И не дай бог, я потрачу все свои обилки. И у меня из-за этого... Ну, хотя, с другой стороны, у нас есть Full Winter, который и так без быстрого прицела играется, но с первым выстрелом. Но опять же, разве что только ради удобства повышенного. Но удобство у нас тут прибавляется плюс 50, да. Так-то, если подумать, он хотя бы в плане удобства сможет побить. 84 у него... Нет, 63 у него будет. Ха, хотя, подожди. Сейчас.
54, 86. Ну да, разве что только так. Он может хотя бы как-то поконкурировать с дробовиком сезона, просто потому, что он быстрее будет извлекаться. Но опять же, это за счет быстрого прицела, то есть тоже такое себе. Но если кому-нибудь выпадет, отпишите, как вам там он играется так. Ну, блин, пока что немножко обидно. Хороший был шотик в первом году Destiny 2. А сейчас, ну, он немножко малость, совсем чуть не конкурентоспособный. Если на другие шотики с ним смотреть в ряд. Можно, конечно, еще с датчиком угроз реально совместить, но, блин, это когда противники близко находятся. Хотя на шотике, когда ты подкатываешься, они по-любому близко будут. Что-то пахнет костылями, честно говоря. Надо смотреть. Если мне вдруг такой выпадет, посмотрю, как он будет играться. А, ну можно еще поставить абсолютно удобство. Тогда будет вообще 95. Совсем упороться. Но зато ренджа будет 5,5 метров. Бедный дробовик, пощадите его. Так. Дробовик мы домучили, переходим к снайпе. Она у нас по скорости 72. Идет во второй слот, наносит солнечный урон. Что же она делает? Точнее, с чем нам бы ее ролить? Но опять же, для ПВП с нашим любимым, я думаю, кожухом ствола, где он тут у нас? А, лучше с гофрированным. Да, гофрированный ствол. Или удлиненный ствол. Блин, подожди, куда ты от меня сбежал? Технические неполадки. Так, пардон, его здесь нет. В общем, выбиваем себе ствол, либо на удобство, либо на дальность, в зависимости, что вам больше нравится. Дальше что у нас идет? Рикошетные патроны, расширенный магазин или расширенный магазиноприемник. Я бы лучше бы даже расширенный магазиноприемник взял. Так, затем стрельба в скольжение, ну или переполнение, наверное. Тоже подойдет. Да, стрельба в скольжение или переполнение для ПВП. И быстрый прицел для ПВП. Но для ПВЕ что он бы нам тут взять? Опять же, то же самое переполнение. Обойма сюрприз. Стрельба в скольжение. Линия огня. Безумие. Ну или, прости господи, быстрое освещение. Вот единственное, что только к оптическому прицелу придется привыкать, так как он 50-й. Но у нас все снайперки такие сейчас. Ну, практически. Только Око Солнца 45-е. Ну, из актуальных для ПВП хотя бы чуть-чуть. Око Солнца 45-е. Этот, как его... Объект Поклонения 45-е. И С Города Грез 35-е. Не помню, правда, сколько там оптический зум у экзотической этой, но это не суть. Тоже с такой же скоростью 140. Ну и дальше. Выношу быстрый вердикт. Последняя по списку и по значению пушка с откровения — это пистолет 260-й. По крайней мере, пока. Может, вдруг потом что-то поменяется, но пока что бегайте за ним, гоните его, насмехайтесь над ним. В общем, блин, я не знаю, что с этим пистолетом делать. Зачем ты вообще нужен? Кто тебя породил? Но если когда-нибудь мне упадет такой, то я его себе, наверное, оставлю с автоспуском, с киллерским магазином, ну или с дальномером для ПВП, ну и с крупнокалиберными патронами, ну и с прицелом на дальность, который при этом не режет стабилу. Ну как-то так. Ладно, все, пойду дальше. Он глаза мозолит. Ну и да, тут напомнили, что есть еще далекое будущее с оптическим прицелом 45, если это кому-то будет интересно. Правда, там нету быстрого прицела. Так что такое. Ну ладно. Так, ладно. В следующую очередь мы смотрим на те пушки, которые у нас выпадают из инграм. В открыт... Господи. Ладно, смотрим на пушки с
мира, который падает из инграм и так далее. То есть у нас здесь Скэтлок. Господи. Так, то есть у нас тут идет автомат 600, пульса 340, вроде снайперка 90, и ежегодный каток револьвер 140, ну и 260 винтовка разведчика электрическая во второй слот. То есть у нас аж две 260 скаутки автоматические в первую и вторую слота в этом сезоне. Аллилуйя! Пойдем изучать. А, у нас еще в свободном дропе появилась пипега, ну, пистолет-пулемет, которая до этого падала с откровения, гадюка. Но она не в этом сезоне появилась, так что мы ее рассматривать не будем. Но если что, рольте себе для ПВЕ с питающей яростью и этим, и стрекозой. Будет неплохо. В общем, первый из этих наших гостей — это Скэтлок. Это одна из топовых пушек для этого сезона, я считаю, для того, чтобы ее ролить. Потому что у нас в этом сезоне антибарьерные автоматы, а, как известно, у автоматов ранжа такая себе. Но чем выделяется Скэтлок? В первом году Destiny 2 у него были прицелы, поэтому можно было там наролить себе ранжу побольше, а здесь у него стволы. Но при этом визуально у него остался прицел. Поэтому, ну а как мы знаем, если у пушки есть прицел, хотя бы визуальный, да, у него увеличивается, у нее увеличивается зум-фактор. Ну, то есть, можно даже проследить, что у нас у некоторых пушек, чем больше у них стволы, тем больше у них дальность эффективная. Соответственно, у него где-то примерно 36 метров ранжа, 37, если посмотреть по гансмиту. Поэтому я на нем, собственно, и покажу. Вот здесь, если выставить полный калибр, высокоточки, жизнеобеспечение и полосу удачи, у нас будет где-то под 37 метров, ну и абсолютно дальность. Поэтому, как минимум, против барьерных воителей в различных там грандмастерах и затерянных секторах, этот автомат, ну, на мой взгляд, топ-тир. Ну, один из. То есть у нас также есть еще этот, как его называют, автомат железного знамени, на котором можно тоже вырылить 40 метров. Ну, не тоже, а чуть побольше, да, потому что у него как раз есть прицелы. Вот, из-за этого, ну, то есть, 600 скорострельность, достаточно неплохая, плюс крутая ранжа, из-за этого, ну, такое топовая пушка получается. Ну, что тут еще можно вырылить, в принципе, кроме жизнеобеспечения? Ну, тактический магазин, вместо высокоточек, излишки, под давлением, есть... Ну и мультикилл-клип. В принципе, на достаточно сложных грандмастерах можно, где вам понадобится постоянно перезаряжаться на пушках, можно вытащить вот этот арсенал. Эмпатический. Тоже будет неплохо. Ну а для PvP, опять же, мультикилл-клип, полоса удач, излишки или под давлением. Ну и высокоточки и чеканные нарезы. Ну и абсолютно дальность. То есть, достаточно хороший автомат. Хорошо, что его возвращают. То есть, точнее, что его вернули из первого года Destiny 2. То есть, это у меня, получается, идет. Вот сперва пульса хочется наролить, потом автомат. То есть, уже как минимум две пушки, такие, какие бы я совсем захотел бы поиметь. В этом пуле у нас есть. Дальше у нас идет ИСК-2, или как я люблю его называть... Посланец для бедных. То есть, если у вас нету этой импульсной винтовки с испытания Осириса, то это, в принципе, тоже подойдет. Что у нее тут есть? Опять же, наши любимые чеканные нарезы. Ну, хотя, если вы любите быстро пульсу доставать, то пригодится на удобство ствол гофрированный для ПВП. Плюс высокоточные боеприпасы. Питающая ярость. Или движущаяся цель. Ну или излишки. Или убийственный вихрь. Дальше у нас тут следующий столбец идет полоса удач. Ну это для ПВП, если. Для ПВЕ либо полоса удач, либо безумие. Космос, прости господи. Ну и питающая ярость. И либо высокоточки, либо тактический магазин. Ну и абсолютно, ну и ствол на дальность, чеканные нарезы. В принципе, достаточно неплохой ствол, но, блин, с тем, что у нас есть посланец, у которого можно вырылить быстрый удар и сорви голову, или быстрый удар и киллерский магазин,
Ну, не знаю. Так, тут мне в чате докладывают про лживое обещание автомат. Ну, типа, да, у него можно выбить дальность 41 метр, но у него скорострельность 360. 360-й автомат. Давайте я вам просто покажу, как он стреляет хотя бы. Так. Вот, смотрим, что же он у нас из себя представляет. Ну, у меня... Он вот такой, с питающей яростью и с урбакой, но... Этого хватит для демонстрации. Вот как этот автомат примерно стреляет. Типа, вот автомат курильщика, а вот автомат здорового человека. Ну, чисто для сравнения. Вот, кстати, этот... У меня почти идеальный ролл. Пути вперед, который я хотел, вот только абсолютно дальности не хватает. Ну, то есть, прицел хороший и так далее. Ну, типа, камон. 360-е автоматы. Где они сейчас нужны? Так, ну ладно, продолжаем. Дозор пастуха. Снайперская винтовка. Скорострельность 90. Оптический прицел 50. В принципе, на бумаге выглядит все достаточно неплохо. Но я пока что с ней не бегал. Хоть мне и выпала она практически с идеальным роллом. Ну то есть, что бы я туда хотел бы выбить? Опять же, где он тут у нас? Гофрированный ствол. Расширенный магазиноприемник. Не, лучше тактический магазин. Да. Тактический магазин, движущаяся цель или концентрация и быстрый прицел. Но это для ПВП. Для ПВЕ... А что здесь для ПВЕ есть? Золотой свинец. Короче, третий столбец для ПВЕ такой себе. Ну, разве что только изгой. Но это только для убийств. Ну, а четвертый столбец — линия огня, безумие, ну или диверсант. Ну, такая себе снайпа для ПВЕ, честно говоря, если ее ролить. Просто, ребят, вкратце. Вот у нас есть сад спасения, рейд платный, за который люди отдают деньги, да? Есть там 720-й автомат. И он вот такой, если выставить там на нем все перки на рейнджу. 25 метров. У гнева Шаюры пистолета-пулемета рейнджа больше. Зато 720-й. Вот почему 720-й с такой скорострельностью, я фиг знаю. С такой рейнджу я фиг знает. Но это же вообще... Это смешно. Я, по-моему, милишкой босса могу больше продамажить с такой дистанции, блин. Ладно, идем дальше. Так, дальше у нас идет ежегодный каток. Револьвер во второй слот с солнечным уроном. Но опять же, все те же самые прицелы, что я говорил до этого, на точный выстрел или на перекрестный огонь, в зависимости от того, на чем вы играете, на клавомыши или на геймпаде. Высокоточные патроны. Излишки или стрельба в скольжении, но это для ПВП, и задержка взрыва. Ну или рубака, многоочередное убийство или первый выстрел. Ну да, приоритетно для ПВП либо задержка взрыва, либо первый выстрел. Но задержка взрыва лучше, чтобы прицел шатать и доставать противника в трудных местах. Однако, у него все тоже точно такая же проблема, как у правосудия в первый слот 40-го револьвера. Малая рейнджа, очень малая. Заценим на гансмите. К сожалению, здесь даже еще хуже дела обстоят. Ну, 30 метров, 31 метр почти. Ну, это вообще никакой критики не выдерживает. Я понимаю, что он падает отовсюду, и это, по сути, палиндром для бедных, но... Ё-моё. Ну, это несерьезно. На 6 метров меньше, чем у палиндрома. Ну, разве что только разрывные патроны есть, что достаточно хорошо, чтобы шатать прицел противнику на более ближних дистанциях. В принципе, может быть, из-за этого ему рейнджу уменьшили. Если выпадет, посмотрю. Адекватный ролл какой-нибудь.
Может быть, даже он мне заменит палиндром с крупнокалиберными патронами на маленьких картах. Кто знает. Но то, что... Но, по крайней мере, для ПВЕ он пригодится. То есть разрывные патроны, трипл тап какой-нибудь, стрельба в скольжении. И тактические магазины в ПВЕ будут бегать и сверкать. То есть достаточно неплохо. Так, ну здесь нас можно поздравить. У нас появилась электрическая скаутка, ну электрическая винтовка разведчика во второй слот. До этого у нас в актуале была только солнечная с рейда «Склеп Глухого Камня». То есть мало того, что она 260-я, но самый эффективный архетип, да, в плане ДПСа, так еще и с другим элементальным уроном. Ну и у нее фулл-авто встроенный перк, что вообще классно. Ладно, рассмотрим перки. В принципе, если захочется побегать в ПВЕ или в ПВП, то выбираем ствол на ренжу, чеканы нарезы наш любимый, высокоточные боеприпасы или тактический магазин. А для ПВП берем излишки, для ПВЕ берем жизнеобеспечение, хотя, в принципе, для ПВП тоже сойдет. Далее, для ПВП берем киллерский магазин, ну, либо стихийный конденсатор. Для ПВЕ берем безумие, или киллерский магазин, или один за всех. Ну и если вдруг кто-то любит извращение, можно бладьбу. Вот. Ну а так, в принципе, классная скаутка с хорошей ренжой, с хорошими параметрами. Она падает в открытом мире, так что если у кого-то ее нет, то надо рулить. Достаточно неплохо. Тут мне еще напомнили про концентрацию для ПВП, но... Если выпадет, можете не распылять с таким перком, разрешаю. В принципе, тоже неплохой. Снижает отдачу на небольшое время при прицеливании. Идем дальше. Так, сейчас мы рассмотрим, что нам падает из плейлиста авангарда в этом сезоне. Что тут у нас появилось. Ой, я уже предвкушаю это. Ну вот, у нас есть такой дробовик из первой Destiny, комик, который, честно говоря, я думаю, он тут сам над собой хихикает, потому что он что в первой части нам нигде практически не был нужен, что и во второй теперь. Просто полный ха-ха-ха. То есть, во-первых, у него, ну, агрессивная рама, то есть вроде бы 55 выстрелов в минуту, нормальная скорострельность, все дела, но те, какие перки на нем доступны, это забей. Я вот его получил с налета, да, и я понял, что я не хочу им тупо место занимать у себя в инвентаре. Ну, то есть, у него нету ни быстрого прицела, ни быстрого извлечения, у него вообще нифига нету. Вот если вы вдруг решите себе на какой-то фиг его вырыли для ПВЕ, ну, потому что это шотик, в который можно вставить мод против крупных целей, в адептскую его версию, да, то можно вырулить нарезной ствол, штурмовой магазин, что у нас дальше, жизнеобеспечение и стрижающее оружие, ну или траншейный ствол. Но опять же, это тот дробовик, без которого можно спокойно прожить. Я думаю, можно идти дальше. Так, дальше у нас идет все на выход. 450-й пистолет. В принципе, автоматические пистолеты сейчас много кому заходят. Если захотите вырыть его себе, чтобы в железном знамени побегать, или оставить сегодня, да, то нам нужно что? Ну, опять же, наши любимые чеканные нарезы, крупнокалиберные патроны. О, господи, сколько здесь... Я забыл, сколько у нас в плейлистах перков-то. О-о-о-о-о-о-о-о! Ну ладно, дальномер, киллерский магазин, рубака... Стихийный конденсатор, сильные резервы, ну или быстрый прицел. Ну, короче, удачи, ребят. Видите, да, сколько тут столбов. Сидим, ролим, машем ручкой. Идем дальше. Так, итак, мы до нее наконец-то добрались. Сезонная ракетница, возвышение. С легендарным перком взрывной свет, который к нам вернулся после Вендика, гранатомета, который у нас... Был одним из самых топовых ДПСов в игре на протяжении долгого времени, по-моему, даже чуть больше года.
И мы все ждали ракетницу с вернувшимся этим перком. И что же мы в результате получили? То есть, если в гранатомете этот перк бафал урон чуть ли не на 75%, я вот точно не помню, но много, то на ракетнице, как мы можем знать, да? Сколько? 15%? Чуть столько же примерно, сколько стрижающее оружие делает. Ой... Да, вот мне тут уже в чате пишут, то что автонаводка у нее есть, в принципе, у этой ракетницы. То есть, это оружие стреляет небольшими самонаводящимися ракетами. Захват цели осуществляется при прицеливании. То есть, он у нее есть. И у нее также есть усилитель импульса, что делает из нее неплохой вариант для ПВП теоретически. Потому что усилитель импульса значительно повышает скорость снаряда и ускоряет перезарядку. То есть, если поставить себе усилитель импульса и цепную реакцию, то... В ПВП можно что-то с ней делать. Она хотя бы кого-то убьет, наверное. Ну, в теории. Возможно, не знаю. Не хочу даже проверять. Но, блин, я ее себе сейчас выформил, и... У меня даже желания нету ее где-то куда-то брать, даже тестить. По-моему, там Сёма про нее уже выпустил видео. Кому интересно, можете заценить. Но, блин... Я не знаю, это шутка, наверное, от Банжи какая-то. По крайней мере, в текущей мете. А, меня поправили, короче, в чате. 30% дает стрижающее оружие баф. Ну, короче, забейте. Просто тупо. Если вам нечем заняться, то можно выформить себе ракетницу и украшения для нее. Ну, украшения для нее вы, наверное, по-любому выформите, если вы играете в игру. Ну и делаете обнуление на всех этих... во всех плейлистах, учитывая то, что у нас до окончания сезона 180 дней. Ну, 177, по-моему. В общем, ладно, идем дальше. То есть, да, у меня тут в чате развернулась дискуссия. Проще вырлить себе какую-нибудь ракетницу, вообще любую, с долгой памятью, с задержкой взрыва, там, с чем хотите, с заряжающим оружием, с переполнением. Короче, что угодно, только не вот это. Не, чтобы ради него времени тратить. Разве что только для коллекции. Но, опять же, это на данном этапе. Мы в начале сезона сейчас. Вдруг что-то произойдет, и Банжи либо бафнет этот перк, либо она где-то окажется... По какому-то счастливому стечению обстоятельств нужной, но пока что на данном этапе, ну, не знаю, зачем она нужна. То есть, дальше у нас еще смешнее ситуация разворачивается. У нас есть Забияка. Это, ну, в дополнение к комику, еще одна новая пушка, которая падает нам с Грандмастеров. Ну, новая, из первой части. Перенесенная. То есть, что на ней можно выформить? Она с 20-й скорострельностью. Предельная мощность. Ударная оболочка. Модуль слежения или тактическая подготовка для большего боезапаса. Ну и стрижающее оружие. И взрывной свет. Вот здесь, мне кажется, Банжи решили по приколу нас добить. То есть, ребят, смотрите, мы на одной ракете сделали вот два этих перка, чтобы вы смогли сравнить. Вот реально, ребят, кому упадет она с стрижающим оружием и со взрывным светом, сравните. Вот просто тупо лоб в лоб по приколу. То есть, взрывной свет работает, когда вы получение сферы силы увеличивают радиус взрыва и урон следующего снаряда. И стрижающее оружие, которое действует постоянно против боссов, техники и стражи с активной суперспособностью. Вот чисто по приколу. Но также здесь обойма сюрприз еще есть. То есть, тоже еще одна полезная ракетница. Дальше мы смотрим на ПВП-шные пушки, но в данном случае у нас она только одна. И это автомат 600-й с электрическим уроном. Сурусовский, кстати. Что можно насчет него сказать? Ну, прицелов у него нет, но ренджу мы на всякий случай на гансмите проверим. Ладно, опять же, чеканные нарезы, высокоточки, тактический магазин. О, господи. Я смотрю на эти столбы, и мне больно становится. Ладно, для ПВЕ. Жизнеобеспечение. Питающая ярость. Излишки. Ну и все, наверное. Также для ПВЕ. Безумие. Один за всех. Диверсант. Полоса удач. Мультикилл-клип. Ну и хватит. Дальше, для ПВП. Питающая ярость. Излишки, компенсатор раскачки, постижение дзен, палец на спуске,
Ну и полоса удач. Или диверсант. Или стихийный конденсатор. Или киллерский магазин. Или быстрый выстрел. Как-то так. Заценим сейчас максимальный вариант ролла этой пушки. Ой, максимальную... Вариант ролла с максимальной дальностью. Во. Я вот пока расставлял столбцы... вот расставлял перки в столбцах, не мог не позавидовать то, насколько длинный у этого автомата список перков. Прям очень длинный. Слушайте, я даже линейку возьму. Так, короче, смотрим на глаз. Слушайте, у меня линейки не хватает. То есть у меня линейка на 15... Короче, 17 сантиметров у этого автомата. Ну так вот, если посмотреть. Ой. Но при всем при этом, у него ренжа 29,5 метров максимальная. Если вообще все выбить на ренжу. Я не совсем понимаю, где нужен этот автомат. Где он может пригодиться. Разве что только у вас нету... автомата с луны, к примеру, он тоже 600, и у него ранжа чуть-чуть побольше, на пару метров. Но это уже хватит, чтобы задать немой вопрос, нафига нужен вот этот автомат с таким большим количеством перков. Учитывая то, что он почти не падает, и мне, по-моему, он упал пару раз в ПВП. Ладно. Идем дальше. Так, ну что ж, добрались мы до нее наконец-то, слуга народа. Еще одна классная пушка этого сезона, не иронично. То есть, по сути, это вторая жизнь, если кто помнит, у нас была такая винтовка-разведчика, метательный нож Рэнди. Почему вторая жизнь? Потому что на ней можно выбить точно такие же перки, считай. Ну, для того же самого ПВП. Чеканные нарезы, наши любимые, высокоточки. Ну и ищем. Вот он, быстрый удар... и киллерский магазин. Или быстрый удар и полоса удач. Или быстрый удар и полоса удач. И магазин для множественных убийств. Ставлю лайк. Но это то, что я бы для ПВП себе выбить хотел. Для ПВЕ же. Естественно, стреляй, подбирай. Куда без него? Вот, на любой пушке, если возможно, он должен быть. Учитывая то, что это такая околометовая пушка, может быть, в следующем сезоне у нас появятся моды на скаутки, чтобы они были с антибарьерками, там, или с перегрузом, или еще с чем-нибудь. Так что, обязательно достать. Ну и потом, что у нас еще тут может быть? Помимо быстрого удара для ПВЕ. И стреляй, собирай. Ну, либо убийственный вихрь, либо излишки. Жизнеобеспечение. Конечно же, жизнеобеспечение. Куда же без него? Для ПВЕ, да, самое оно. Ну, вообще, в одну линию жизнеобеспечения с этими двумя перками. Вот. Что еще? Ну, ПВП. Концентрация. Ну, или туннельное зрение. Ну, если совсем уже ничего другого не выпадает. Эргономичная рукоятка. Мя, тоже. Ну, а в ПВЕ последний столбец. Полоса удач, киллерский магазин, безумие, один за всех, осмос, быстрый прицел. ПВП тоже быстрый прицел подойдет, кстати. Ну и... гармония разве что только еще. Ну, то есть, перков у нее завезли нормальных... нормально, порядочно, сойдет, прокатит. То есть, уже как минимум 4 пушки есть в этом сезоне, какие бы я бы хотел себе рулить. Ну, плюс-минус. Ну, это, конечно, меньше, чем в прошлом сезоне, но... если их больше, чем 0, это уже классно. А учитывая то, что сезон длинный, то это неплохо. 6 месяцев мне есть чем заняться. Да, ребят, если вдруг кто-то пропустил информацию. Винтовка-разведчика, это, естественно, со скорострельной рамой, поэтому она автоматическая. И фармится она в гамбите. Так что в этом сезоне, по идее, у нас появилась причина ходить в гамбит снова. Раньше это был доллар, сейчас это вот эта вот скаутка. Но опять же, она очень зарешает, я думаю, когда будут моды на нее, потому что 260 это топ ДПС ПВЕ. Ну и в ПВП, в принципе, она не то что
нормальная, но играбельная. Типа, кого-то с нее убить можно там. Можно брать, можно взять, попробовать. В обычном PvP, по крайней мере. Ну, или на больших картах, допустим, на том же самом Вдовьем дворе, к примеру. Почему бы нет? Ну, короче. Если вырлить на ней все на ренжу... Ну, вы видите, короче, это число, да? 102 метра 61, 61 сантиметр. Это, ну... Это скаутка. С максимальной скорострельностью. И с максимальной ренжой, по сути. С максимальной эффективной дальности. То есть, вопрос, стоит ли ее фармить, мне кажется, и риторический. Ну вот, здесь важное уточнение. Если, допустим, сравнивать с тем же самым опекуном, у которого 77 метров, почему она так его... У нее ренжа на треть выше, на треть. На 30 метров, считай. Вот у этой скаутки с гамбита, чем у опекуна. У опекуна, который с рейда падает. С эндгейм ПВЕ активности. Куда надо 6 человек собрать. А не куда ты можешь залететь один, постоять АФК на старте локации. И получить пушку потом. Или не получить. Потому что у нее есть прицелы. Точнее, у нее прицел. Ну, визуальный. Хотя у опекуна тоже прицел, судя по всему. Но не такой длинный. Короче, у него короче, отстаньте. Так, последняя вроде бы из новых пушек этого сезона. У нас идет присяга Форджа. Это импульсная винтовка 390 во второй слот с солнечным уроном. С железным знаменем, да. Которая будет доступна нам сегодня для ролла, ну, со вторника. Что на нее можно вырулить? Ну, опять же, наши любимые чеканные нарезы, высокоточки, тактический магазин. Излишки. Да, излишки на пульсу будут сподручнее, чем быстрое изучение. Но если быстрое изучение упадет, ничего страшного, тоже сойдет. Но это для PvP я сейчас ролл называю. Плюс магазин для множественных убийств или полоса удач. Ну или быстрый прицел. Для PvE теперь. Кобура с автоподзарядом. Излишки. А, для PvP постижение дзен еще. Вот, ну и... Либо полоса удач... Либо мультикилл-клип. Ну а для PvP еще стихийный конденсатор. Как-то так. Вроде бы неплохо на бумаге. Посмотрим, как сыграется. Она у меня... Она мне выпала, но на почте лежит. Пока не тестил. Видите, ее уже 1% приобрел. С засолки. Какими там роллами народ воспользовался. Ну, 390-х импульсов у нас вроде есть уже парочка во второй слот. А, Дзянь вот это вот с Шакса пульса еще вроде какая-то была, я точно не помню. Но и я думаю, еще одна 390-я пульса не помешает. 35 метров. Ну, чуть-чуть больше, чем у 540-й. 540-го темного часа. Ну, наравне получается с револьвером. Пульса, который наравне со 140-м револьвером. Чё-то меня сомнения мучают. У которой еще фулл авто нету, кстати. Но это так, это моя придирка. В общем, теперь что у нас есть... Последнее в этом пункте. Как вы знаете, Bungie решила вернуть несколько пушек с Луны и с Города Грёз с измененными перками. То есть они добавили, увеличили их пул по желанию игроков. Также они добавили в пушки с испытаний Осириса несколько новых перков в столбец, то есть, которые можно ролить. То есть если раньше их было 5, то теперь 7. Ну и можем посмотреть, что же нам... Эти варианты предлагают. Начнем снизу вверх. Точнее, сверху вниз. Ладно, начнем сразу с посланца. С мессенджера. Ну, импульсная винтовка 340-я. Все ее и так знают. Посмотрим, что же у нас тут обновилось. Ага. Ага. На бис появился перк, я вижу.
Что у нас тут еще новое? Разогрев получается, да. Ну да, на бис разогрев добавили в предпоследний столбец. Прицельно добивающие попадание увеличивают дальность стрельбы этого оружия, эффекты суммируются. Неприцельные, ну, в принципе, нет, я быстрый удар или сорви голову, но это не поменяю. А, ну или изгой. Дальше разогрев. Добивающие попадание из этого оружия повышает точность и стабильность, а также снижает вертикальную отдачу. Ну, быстрый удар как-то лучше работает, мне кажется. Ладно, здесь у нас что? Безумие. Безумие и стихийный конденсатор. Ну вот, это разве что только для ПВЕ, а вот стихийный конденсатор я бы попробовал на ней. Но опять же, это вместо сорви головы или киллерского магазина. Тоже такое себе. Так, маленький шаг. Если вдруг кому-то захочется с автоматическим дробовиком побегать. Ну, ствол неважно какой для ПВЕ. Ну ладно, давайте пускай будет ЧОК. Хотя нет, лучше заужный ствол. Да. Тактический магазин. Кобура с автоподзарядом. Ну и двойной удар. Ну а что тут новое появилось? Я... Знаю. Я не смотрел до этого внимательно на его перки. Я уже даже не помню. Если вдруг есть там в чате один или два человека, которые этим шотиком пользуются, вы мне там это подмигните. Итак, Око Солнца. Обычно я адептовская, соответственно. Ну, все эту пушку хорошо знают. Одна из топовых снайперок для ПВП. Смотрим, что же у нее тут появилось. У нее появился дальномер? Зачем на снайпе дальномер? Что это такое? Ну ладно, хорошо. Источник у нее был или нет? Усиленные резервы у нее были или нет? Я не помню уже. Вроде были. Значит, источник добавился. И ансамбль, если она находится в союзнике, у оружия повышается удобство. И туннельное зрение. Нет, туннельное зрение было. А, концентрация появилась. Не, концентрация была. А, устойчивая изготовка появилась. Зачем ей устойчивая изготовка? Ну, допустим. Но дальномер это, конечно, мощно. Я порвался. Так, дальше у нас идет покойник. Что у него появилось? Ну, в общем, такие перки у него есть. Давайте я просто назову те перки, которые можно на него вывести. В общем, гофрированный ствол, тактический магазин, автоподзаряд, линия огня, диверсант или безумие. Ну, или стихийный конденсатор для ПВЕ. Для ПВП, если вдруг кому-то захочется с ней побегать, то быстрый прицел, концентрация, излишки, тактический магазин и гофрированный ствол. Все, разобрались, идем дальше. Не, хотя подождите, ребят, не идем. Я сейчас, мне в глаза цифра бросилась. 75% стражей. То есть каждый... Подожди. Просто каждый 75-й страж из 100 приобрел себе эту снайперку. Как это работает? Зачем? Ладно. Ну, где-то она может пригодиться, окей. Все, не буду бомбить, идем дальше. Так, деду выдали таблетки, мне тут пояснили, что эта снайперка падала часто. Все, ладно. Наверное, просто те, кто ходил по Луне, ее получали. Окей, хорошо. Вот, кстати, логика молний. Вот мы до этого смотрели на 600, на 600-й автомат с ПВП. Сейчас посмотрим на 600-й автомат с Луны. Что тут у нее есть? Опять же, чеканные нарезы, высокоточки, для ПВЕ жизнеобеспечение и полоса удачи, либо безумие. Для ПВП. Ну или переполнение также для ПВЕ сойдет. Для ПВП стремительный исход, убийственный вихрь,
жизнеобеспечение, питающая ярость, для ПВЕ питающая ярость тоже подает, но и опять же, полоса удач, диверсант, ну и стихийный конденсатор. Вот, держим в уме, 600-й автомат, такой же, как с ПВП, по сути. Заценим, что у него на Гансмите происходит. Не, слушайте, короче, ребят, на Ютубе, я расставил все перки на дальность, и я приношу свои извинения автомату с ПВП. Потому что, ну это вообще уже полный. 28 метров с половиной. Короче, идем дальше. Мне уже больно. Так, далее у нас идет разрушитель надежд, плазминка с Луны. И, честно говоря, я не совсем понимаю, где она нужна. Ну, потому что... У нас есть 460-го архетипа плазминки для ПВЕ. И 720-й, ну, для ПВП, 740-й. Ну, в общем, вы поняли. Блок 1. И блок 1 в ПВЕ тоже нормально заходит. То есть у нас есть две более-менее нормальные плазминки. Ну, нормальных архетипов. Зачем нам нужно 660? Я вообще не понимаю. Ну окей, допустим, если вдруг кому-то захочется ее убить. Ставим здесь все на стабилу. Полигональные нарезы. Умножитель частиц. Под давлением. Либо стремительный исход. Ну и усиленные резервы. Или стартовый импульс. Или между двух огней. Ну или безумие. Ролить ее для ПВЕ или для ПВП, я не знаю. Если вдруг кто-то ее будет ролить, удачи вам на данном этапе. Так, дальше у нас идет магма-молот. И здесь поинтереснее ситуация. То есть, я так понял, у нас появились перки здесь опять на бис, переполнение и барабанная дробь, первый выстрел. Вот, блин, если бы они бы это сделали раньше, когда она была бы в мете, у всех бы просто пачка бы отвалилась. То есть она сейчас с этим перком может по РНЖ, по-моему, все-таки потягаться с долларом. Но вопрос теперь, нафига? Ну, стихийный компенсатор у нее также появился, тоже вроде бы неплохо, но опять же, 120-й револьвер. Хорошая попытка, Банжи. Почти получилось. Но мы идем дальше. Насчет сумеречной клятвы здесь я особо не подскажу, но... Какие перки появились новые, но посмотрим, что на нем можно выбить, опять же. Гофрированный ствол, тактический магазин. А, подожди, по-моему, у нее О, у нее первого выстрела не было, точно! Первый выстрел появился. Ну да, первый выстрел и быстрый прицел. Белиссимо. Повышенная точность и дальность первого выстрела атаки. Слушайте, ну это прикольно. Но с этим можно работать. Но, правда, она 140-я. Окей. Ну, либо первый выстрел, либо излишки. Третий слот, ну, либо концентрация еще. Также может подойти вторая попытка. Ну, а сюда для ПВП быстрый прицел, естественно. Для ПВЕ стрижающее оружие. Что у нас тут дальше? Излишки. И... Ну и все. Наверное. Идем дальше. Так, короче, мимо вот этого пройти просто нельзя было. У нас тут есть две пипеги 600-х. Каждый момент жизни и гнев Шаюры. Рассмотрим каждую из них по отдельности, а потом вместе просто тупо лоб-лоб поставим. Короче, здесь на каждый момент жизни, если вы захотите его выформить. Но это такой гнев Шаюры для бедных. Сейчас поймете почему. Потому что... Ну, мы здесь выформим чеканные нарезы, рикошетки или крупнокалиберные патроны, ну, с Луны по-прежнему. Пипега. Дальномер и киллерский магазин. Ну, это если для ПВП. Для ПВЕ жизнеобеспечение и киллерский магазин. Ну, или стрекоза, или мультикилл-клип. Вот. Дальше у нас идет гнев Шаюры. Пистолет-пулемет с испытания Осириса. Здесь у нас точно так же чеканные нарезы, высокоточки. Появилась здесь у нее эргономичная рукоятка, я так понял, движущаяся цель. Окей. То есть компенсатор раскачки, либо убийственный вихрь на нее.
либо туннельное зрение на худой конец. Ну и киллерский магазин. Также можно попробовать выбить быстрый прицел, идеальный стихийный конденсатор. Ну и гармонию, наверное, тоже можно, которая появилась. То есть у нас вот появились у нее вот эти вот. Вот здесь два перка. И вот тут получается раз-два. А теперь барабанная дробь. Из-за разницы в стволах, в оптических прицелах там и прочих различных ситуациях, да, у нас есть каждый момент матча с 13 оптическим прицелом, есть гнев Шаюры с 17. Что из этого вышло? Если мы заценим, то с максимальными перками на ренджу у нас каждый момент матча 600 скорострельности 21 метр, а у гнева Шаюры у нас 29 метров. А теперь, ребят, вспоминаем, сколько у нас за видос было автоматов и пистолетов-пулеметов с ренджой меньше. А? Вот просто. Чё-то я ору. Ну и, кстати, да, если вдруг вы решите выфармить себе гадюку для ПВЕ с 900 скорострельности, то у нее вот такие вот будут статы. Плюс, если дальномер поставить, то все равно получится 19 метров. Что обидно. Ну и да, тут мне вспоминает мультимах, но он таким будет, если вообще стабилу нафиг послать. Я попробовал на геймпаде с ним поиграть, у меня прицел считает туда-сюда. Хотя многие говорят, что норм. Так, дальше у нас тут любовь и смерть. Любимый всеми гранатомет в плане ДПСа до появления анархии и смены меты греников. У нее появился полный состав. Банжи его вернули. Спасибо. Также появился... А я не знаю, что еще появилось. Но главное, что появился полный состав. Но я не знаю, кому сейчас в текущем виде нужен этот гранатомет. То есть что-то можно выпрямить. Предельная мощность. Гранаты шипы. Так... я понял. У него до этого не было кобуры с автозарядом, а сейчас появилась. Банжи решил ее добавить. То есть, как минимум, два перка, которые я вижу. Я до этого, помнится, много его ролил, когда не знал то, что, ну, когда до сансета. Думал то, что там есть кобура с автозарядом. Теперь они ее наконец-то добавили. Получите, распишитесь, кому вдруг надо. Полный состав. Кобура с автозарядом, гранаты шипы, предельная мощность и идеальный 150-й греник для ПВЕ, только в текущей мете нафиг никому не нужный. Но выформить его, я думаю, смогу как-нибудь посмотреть, хотя бы примерно такой ролл, чтобы на будущее был. Ну а сейчас я фиг знает, где он нужен. Так, дальше у нас идет надежный памятник, пулемет электрический 450-й скорострельности, который я не знаю, где сейчас... А, ну это по аналогии с этим. С пулеметом с СГК и с акулой-молотом. Что на него уролить? Чеканы нарезы, рикошетные патроны, крупнокалиберные патроны, кобура с автоподзарядом. Ну это для ПВЕ. И безумие. Или диверсант. Ну а для ПВП даже не знаю. Быстрое извлечение, наверное. Ладно, ну и быстрый прицел. Идем дальше. Так, дальше интересно начинается. Приказ о возвращении. Меч с города грез. Ну, град ударов. Клинковый вихрь. Где тут она? Тяжелая... По-моему, тут была мастерская горда. Да, мастерская горда и зазубренная кромка вроде. Ну, да. Но меч с дестабилизатором, пробив вражеский щит этим оружием, в некоторое время вы сможете наносить ему увеличенный кинетический урон. Меч с дестабилизатором. Неплохо, неплохо. Не, Банжи, я не ожидал. Это сильно. В принципе,
подумать, если немножко, да, то вы, когда воителю щит сносите мечом, меч сейчас перегруженный, то те, кто будет стрелять с праймари по нему, у них будет профит с этого. Но по идее ты мечом его и добить сразу должен. Окей. Так, ужас ночи. Тут ситуация поинтереснее, но все еще плохо. Наверное. Град ударов, клинковый вихрь, стрижающее оружие. Один за всех. Ну и те же самые гарды и зазубренная кромка. В принципе, окей. Меч хороший, трогать мы его не будем. Пусть себе там чилит. Так, шрам Солы. Добавили на него безумие и контратаку. А сюда добавили перенос энергии. Но опять же, град ударов, стрижающее оружие. Ну и, наверное, все. Понятно, добавили перков мечам. Автомат 450 и тигриная ярость. Что у нее появилось? О, дальномер, походу, появился, да? Он был у нее или нет? Вроде не было. Дальномер, вторая попытка, излишки и неумолимость. Но 450-й автомат. Любопытно, наверное. Был дальномер, да? Ну, в таком случае просто примерный ролл на нем прикольный. Чеканы и нарезы, рикошетки или крупнокалиберки. Переполнение, жизнеобеспечение для ПВЕ. Безумие, рубака, киллерский магазин, диверсант. Для ПВП... Что у нас тут есть? Излишки, жизнеобеспечение, дальномер, ну и рубака или киллерский магазин. Так, ну и интересно. Колыбельный рок. Я здесь уже прям сходу вижу то, что у него появился фугасный снаряд. И осмос. Вот, блин. Были бы вот эти два перка в разные столбы, был бы разговор. А так, хотя здесь у нас излишки, да, важное место занимают. Ну, блин, это любопытно. 120-ка с фугасками. Еще одна. То есть, кто не захочет в Гамбите ее ролить, такой револьвер, можно попробовать выролить его на Луне. Ну, мало ли кому-то нужно будет. То есть, что мы ролим? Чеканы нарезы, высокоточки. Здесь нам больше нужна стабила. Чеканы нарезы, тактический магазин. Во. Излишки. И или фугаски, или киллерский магазин. Ну, на худой конец, если выпадет стрельба в скольжении, тоже никто в накладе не останется. Но лучше излишки все-таки. Потому что стабила у этого револьвера на нуле. Практически. Как-то так. Так, короче. Мы наконец-то добрались до конца этого монструозного видоса. Пойду наконец-то фармить пушки, шмотки. Оставшиеся пару часов. И надо будет потом еще хотя бы часов 5-6 поспать перед ресетом, чтобы железное знамя пойти, сюжетку посмотреть и все остальное сделать. В общем, кто-то смотрел до конца, от начала. Лайк ставим, комментарий. Пишем какие-нибудь, колокольчик прожимаем, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Так, я говорил уже, что на канал надо подписываться. В общем, скажу несколько раз, если надо будет. Ну и... Кто захочет стримера монеткой поддержать, может это сделать при помощи спонсорской подписки, начиная от путника и заканчивая вершителем. Ну и... Можно так сделать это на стриме, при помощи платных подписок. Мы тут сейчас собираем... Донат гол до следующего смайла. Ну, а я пока что с вами попрощаюсь до 8 вечера сегодняшнего дня. Ну, кто на YouTube смотрит Twitch, мы-то тут продолжим играть сейчас пока что. Вот, ну и не забудьте отписать, кто от начала до конца досмотрел, поставить плюсик. Ладненько, все. Всем спасибо за просмотр, кто на YouTube смотрит. Всем пока.